Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Иван Мартынихин. И сегодняшний наш вебинар посвящен генерализованному тревожному расстройству, его диагностике и лечению. Вебинар предназначен как для врачей-психиатров, так и для врачей широкого круга медицинских специальностей. Соответственно, с планом мы поговорим об актуальности, о клинических проявлениях генерализованного тревожного расстройства, о дифференциальной диагностике коморбидности, ну и о и связанных с ним вопросах лечения. Актуальность. Мне нравится такое простое... Начнем с определения. Мне нравится такое простое понимание, что такое генерализованное тревожное расстройство. Это когда беспокойство выходит из-под контроля. Вот часто, если человек волнуется, если мы сами волнуемся, мы говорим окружающему ему саму себе, что перестань волноваться выбросить это из головы. и если человек это может сделать, да, отвлечься переключиться на что-то другое успокоиться то это нормальная физиологическая тревога которая помогает нам справляться с некоторыми жизненными ситуациями если человек этого сделать не может не может управлять своим беспокойством своим тревогой то возможно здесь следует заподозрить одно из тревожных расстройств в том числе генерализованное тревожное расстройство соответственно когда говорят про тревогу при генерализованном тревожном расстройстве то она постоянная свободно плавающая или не, приходя... э, не связанная с какой-то конкретным одной тематикой длительная, связано, может быть связана как раз со многими разными аспектами жизни, ну и вот неуправляемая, как мы только что сказали. Если посмотреть в самые свежие критерии международной классификации болезни 11 пересмотра, которые были утверждены в, в 2019 году, то что же такое ГТР? Гатар характеризуется выраженными симптомами тревоги, которая сохраняется в течение как минимум нескольких месяцев, в течение большего количества дней, да, напряжение этих нескольких месяцев до этого в МКБ-10 было хотя бы месяц, в американской классификации полгода, а здесь такой промежуточный вариант несколько месяцев критерий длительности. А, при этом эта тревога проявляется либо общим напряженным предчувствием, вот эта свободно плавающая тревога, предвидением какой-то, какой возможно, катастрофы, неудачи либо чрезмерным беспокойством, сосредоточенностью на каких-то аспектах повседневной жизни, различных аспектов повседневной жизни, которые касаются семьи, здоровья, финансов, учебы, работы или каких-то других вопросов. При этом могут быть дополнительные симптомы, такие как мышечное напряжение, точнее, они не могут быть, а должны быть. Двигательное беспокойство, симпатическая вегетативная активность, переживание нервозности, Трудности, трудности с сохранением концентрации вниматель... внимания, раздражительность или нарушение сна. При этом все эти симптомы должны приводить к э, значимому дистрессу и нарушению, или нарушению функционирования. Да? Опять же, тоже этот новый критерий, который появился в МКБ-11, в МКБ-10 про функционирование ничего не, зна... не, не звучало. Соответственно, немножко диагностический порог повысился. Uh, история концепции ГТР достаточно сложная, и это на самом деле относительно новый диагноз потенциально, ну, новый диагноз со старыми корнями с большой историей, так скажем, потому что, конечно, родоначальником концепции генерализованной тревожной расстройства является Фрейд, который описывал как раз генерализованную постоянную свободно плавающую тревогу, отличал ее от конкретных страхов, о которых мы говорили, вот когда разбирали фобии на одном из предыдущих вебинаров. Однако в непсихоаналитическом психиатрическом сообществе до появления широкого развития психофармакотерапии, то есть до конца 60-х-70-х годов, депрессия и тревога рассматривались как проявление какого-то единого эффективного расстройства, то есть единого расстройства настроения. Все это началось, видимо, с Эмили Крепелина, одного из создателей нозологических попытки создать, точнее, человека, который предпринял попытку создать нозологическую классификацию в психиатрии в конце 19 века. И Крепелин считал тревогу фундаментальной частью многих психических расстройств, практически всех психических расстройств, и не рассматривал ее как самостоятельное заболевание. Поэтому в середине XX века появились, среди невротических расстройств появились понятия там, невротич... э, тревожных реакций. Видимо, это ближе к современному понятию вот, группы расстройств, непосредственно связанных со стрессом, так незначим стрессовый фактор был, да, как это психотравмирующее событие, э, там, военные действия и прочее-прочее. А в МКБ-8, 67 год, МКБ-9, 76-й год уже, собственно, появился невроз тревоги или страха как самостоятельное, самостоятельное заболевание. Отчасти, наверное, это было влияние американской психиатрии с ее ну, глубокими связью с психоанализом. При этом, если мы посмотрим в МКБ-9, то, по сути дела, вот этот невроз тревоги, он эм, включал в себя самые различные проявления тревоги в виде как э, вот, свободно плавающей, персистирующей тревоги, длительной хронической тревоги, так и пароксизмов тревоги, которую ныне мы называем паническое расстройство. А вот впервые деление вот этих тревожных... тревоги на вот эти два расстройства генерализованное тревожное расстройство как длительную параксизмальную хроническую тревогу э, длительную пресистирующую хроническую тревогу и паническое расстройство как проксисимальную тревогу произошло в 80-м году в американской классификации DSM третьего пересмотра и в последующем это было воспроизведено в международной классификации десятого пересмотра МКБ-10 в девяносто году, которая она пока формально до, сих, до настоящего времени у нас э, действует. Ее критерии действуют. А, если же мы посмотрим отечественную школу неврозологии, например, э, концепция неврозов в патогенетической психотерапии э, Владимира Николаевича Мясищева, очень ну, многие учебные пособия в том числе ссылаются именно на его работу. Там три невроза. Да, астенический, истерический невроз, невроз навязчивое э, состояние, тревожного невроза нет. Если мы посмотрим на любые старые учебники э, советского времени психиатрии, там везде три невроза, нету э, тревожного невроза, нету тревожных расстройств как, как таковых, какой-то группы тревожных расстройств. Если мы, например, взглянем в ну, очень известное и авторитетное в свое время руководство по психиатрии под редакцией Академика Снежневского. Вот здесь раздел психогенных заболеваний, который писал э, Академик Анатолий Болеславович Смулевич, ныне здравствующий. Э, и здесь тоже описание, как вы видите, э, три формы неврозов. Невростения, невроз навязчивых состояний, истерический невроз. Ни о каком м, тревожном неврозе, ни о каком генерализованном тревожном расстройстве, паническом расстройстве тогда речи не было. А, тогда неврологи, может быть, да, какие-то вещи да, развивали, связанных с вегетососудистой дистонией, с вегетативными проявлениями тревожных состояний. Но, но не психиатры. А, в МКБ-10, соответственно, в разделе F4, невротически связан со стрессом соматоформное расстройство, в очень большом разделе, в который включаются ну, все группы Расстройств, которые прежне назывались невротическими, есть отдельная подгруппа, о которой мы уже говорили, связана с фобическими расстройствами, но и отдельная подгруппа F41 э, тревожных расстройств, среди которых э, есть и э, вот предмет нашего сегодняшнего интереса генерализованное тревожное расстройство. В новой версии. МКБ в МКБ-11, отдельная подглава, посвящена тревожным и связанным со страхом расстройствами то есть тревожным и фобическими расстройствами. И здесь генеризованное тревожное расстройство э, перечислено в списке первого первым, да, как м -м, наиболее таким ядерным, классическим и характерным э, расстройством всей группы тревожных расстройств. Если мы говорим об актуальности, конечно, опять же, мы возвращаемся к распространенности различных психических расстройств, и самое распространенное среди всех психических расстройств является как раз группа тревожных фобических заболеваний, 6,7, так по метаанализу различных эпидемиологических исследований 6,7% населения в течение года страдает хотя бы одним из тревожных или фобических расстройств. И как мы с вами уже говорили, да, понятно, что простые фобии, социофобии — это самые распространенные в популяции Расстройство. Но генерализованное расстройство наравне с посттравматическим стрессовым расстройством являются тоже весьма и весьма распространенными. И э, считается, что генерализованное тревожное расстройство, оно э, по распространенности пятое среди всех психических расстройств. Опять же, там фобии, э, депрессия и рекуррентная депрессия, и посттравматическое стрессовое расстройство могут обходить. Это американские данные, американская традиция диагностики, там, где ПТСР, опять же, значительно чаще диагностируется, чем в других странах мира, и некоторые другие виды фобических расстройств, да. Но э, генерализованное тревожное расстройство пятая по распространенности. Э, если посмотреть про другие данные об эпидемиологии, то 3,1% американские данные э, в течение года заболеваемость ГТР. Э, в течение жизни около 5-7% населения переносят, э, страдают генеризованным тревожным расстройством. Это, это все данные американские. За пределами США очень большая распространенность. Э, здесь в, в руководстве Каплана и Седеком приводились данные различных исследований видите это годичная распространенность это в, в, в течение жизни ну и вот в нигерии это минимальное количество практически около там, нуля в италии например в течение жизни почему-то почему-то да, наибольшая распространенность но ну, также достаточно высокая в, в, в раз, разных странах мира четко, да, вот, с, вот эти данные распространенности, они зависят от многих, на самом деле, факторов, от этнических факторов, от уровня жизни, от обращаемости за медицинской помощью, от э, ну, культурального уровня и от критериев диагностики, которые используются в этих исследованиях, они немножко различались, и так же, как различались подходы да, к сбору материала. Но вот то, что четко а, прослеживается во всех исследованиях, каким бы образом они ни проводились, в каких бы странах они ни проводились, в том, что женщины страдают с генезованным тревожным расстройством в два раза чаще мужчин. Примерно всегда в два раза чаще. Считается так же, как и всеми психическими расстройствами так называемого интернализационного спектра. Да, и трев... всеми тревожными расстройствами, и депрессиями, рекуррентными депрессиями. И даже стрессовыми расстройствами, непосредственно связанными со стрессом, несмотря на то, что мужчины э, сталкиваются со стрессовыми факторами чаще, ну, с чрезвычайными какими-то стрессовыми факторами, там, связанных с профессиональной, например, деятельностью военными, там, полицейскими и прочим, но женщины заболевают чаще, да, от, ну, относительно, да. Этих, Этих столкновений по поводу возраста начала тоже здесь достаточно достаточно противоречивые данные, противоречивые наблюдения. Считается, что в среднем наиболее характерно для генерализованного тревожного расстройства заболеваемся в пределах 20-50 лет, да, в среднем возрасте. Особенно повышают риск э, отсутствия семьи или, э, более того, там какие-то люди разведенные да, или потерявшие семью. И э, низкий доход. Низкий доход. А, Однако существует и представление о том, что есть ну, то ли несколько вариантов этого генезованного тревожного расстройства, то ли ну, такое бимодальное начало заболеваемое. То есть есть люди, которые заболевают достаточно рано, еще в подростковом возрасте, там, в районе 15-16 лет, это связано уже первые тревоги, да, связанные с учебой, с какой-то началом профессиональной деятельности, там тесно связано с личностными чертами, с особенностями воспитания, с коморбидными психическими расстройствами. И, честно говоря, из опыта это, конечно, люди, с которыми достаточно тяжело работать, достаточно тяжело лечиться. И второй пик заболеваемости, то есть, например, в ДСМ написано средний возраст возникновения 30 лет, но при этом скорее в виде двух пиков: вот один это 16-20 лет, а второй пик где-то после 40 лет. И Считается, что вот более, естественно, более поздно заболевшие это, э, имеют немножко лучшее, благо, более благоприятное тип очищений. Опять же, если там нет коморбидности, например, там зависимости там, или еще каким-то расстройством, там немножко лучше. Это вот такой, у, у меня в практике достаточно много м, пациентов такого рода, которые, например, мужчины... Э, успешные мужчины, которые имели свой бизнес или имеют его, всегда справлялись с всякими стрессами, всегда там ну, без проблем там проходили всякие проверки, какие-то там да, столкновения с правоохранительными органами, многие сами служили в каких-то либо в органах, либо в каких-то участвовали в вооруженных конфликтах. И вроде как радовались жизни, все у них было хорошо. А потом в какой-то момент, бац, и, эм, появилась тревога, которую они не могут управлять. Вот они всеми, они знают, что они в жизни могут решать любые вопросы. Да, а вот э, управлять своей тревогой и своим эмоциональным состоянием, они не в силах. И это, еще, и это их очень сильно волнует и дает такое зачастую такую резкую манифестацию генерализованного тревожного расстройства, лечится достаточно неплохо, гораздо более ах, быстрее и эффективнее, чем а, пациента с ранним началом. А, в целом, если говорить про течение, да, представляется, что течение хроническое а, с возможными ремиссиями, и, и там, у женщин считается более полной устойчивой а, ремиссии но, но не всегда они, эти ремиссии полные, да, особенно если мы говорим про спонтанные ремиссии. Поэтому э, говорят о том, что э, генерализованная тревога, она просто становится, ну, достигает в какие-то моменты, достигает какого-то субпорогового уровня, да, то есть компенсированного уровня. Человек по-прежнему тревожится больше, чем многие другие люди, но, по крайней мере, это ему не мешает жизни. В какие-то моменты происходит декомпенсация, когда он э, из-за своей и тревоги начинает буксовать в чем-то в жизни начинает э, терять э, свою м, трудоспособность хорошо э, по поводу опять же это все тоже мы уже м, много раз говорили когда про тревожные фобические расстройства говорили к сожалению э, в России есть явно недостаток диагностики этих расстройств, а, точно так же, как и ряда других, и биполярного расстройства, мы этой осенью уже говорили, и депрессии непсихотического уровня, и многих расстройств нейроразвития, и болезни Альцгеймера, в десятки раз реже диагностируются, чем многие в других странах мира, или точнее, чем должны были бы диагностироваться, исходя из эпидемиологических данных. Причин тут, видимо, достаточно много. Одна из них — это обращаемость за медицинской помощью. И вот в, этой, в этом контексте мы проводили на сайте Российского общества психиатров тоже опрос, о котором мне уже доводилось рассказывать. Опрос, в этом опросе был вопрос о том, как часто вы встречаете для, для опрос был для психиатров. Соответственно, как часто вы встречаете в своей работе пациентов с соответствующими диагнозами, удовлетворяющими этим э, диагнозом. И мы сопоставляли результаты нашего опроса с э, всемирным опросом, который проводил Всемирная психиатрическая ассоциация и Всемирная организация здравоохранения. И были видны вот этот очень существенный разрыв для всех тревожных и связанных со стрессовых расстройств в том числе для генерализованного тревожного расстройства. Видите, в мире 60% психиатров ответили, что они хотя бы раз в неделю используют этот диагноз генерализованного тревожного расстройства. В российском в российские в российском опросе только 17% встречали этих, этих пациентов регулярно. Это, как я сказал, что для многих тревожных и связан со стрессом, Кроме одного, кроме панического расстройства, Паническое расстройство, наоборот, наши наши доктора встречали в практике больше, чем доктора в мире. И это на, в, определенно связано с большей популярностью темы и концепции э, панического расстройства, которое, опять же, пришло из э, работ с, э, академика Вейна, посвященных вегетососудистой дистонии. Э, почему же редко? Э, Диагностирует тревожное расстройство в России. Вопрос достаточно риторически сложно изучать его и дать какие-то однозначные ответы. Вряд ли население реже болеет тревожными расстройствами, чем в других странах мира, в том числе в США. Просто потому, что, наверное, жизнь у нас тоже, как и, конечно, за рубежом, наполнена своими сюрпризами и всякими неприятностями возможность очень большое здесь значение, значение имеет то что лица с тревожным расстройством не обращаются вообще в целом за медицинской помощью э, потому что не всегда понимают что их состояние э, можно рассматривать как болезнь можно получать какую-то помощь можно получать облегчение состояния иногда знаете вот с, э, э, когда э, Взрослых, да, особенно пациентов с э, гениализованным тревожным расстройством начинаешь лечить, и вот с... Э через месяц лечения встречаешься с пациентом, спрашиваешь, как, как ваши ощущения, и вот очень приятно видеть некое такое удивление и радость в глазах, что вы знаете, доктор, а оказывается, вообще жить-то можно было совершенно по-другому, то, что я считал частью, вообще естественной частью жизни, вот это беспокойство, эти такие крысиные гонки все время, да, какая-то напряженность, мысли обо всем сразу же, постоянно негативные эмоции, да, постоянный стресс, а когда с, с этот, вот эти все негативные переживания очень существенно можно снизить. Я и не знал об этом, да? То есть не всегда люди понимают, что вот их их эмоциональное состояние они могут быть рассмотрены как болезнь, с корректированными различными методами лечения. Часто начинают запивать, например, да, свой стресс или еще как-то от них пытаться избавляться. Если даже и понимают, то не всегда доходят до государственной психиатрической службы и чаще, конечно, обращаются к врачам различных соматических специальностей во многом потому, что как мы дальше с вами скажем, что часто при тревоге на первом плане соматические жалобы, а не, собственно, эмоциональные проблемы Человеку легче понять свое соматическое состояние, увидеть проблему в своем Теле, чем в эмоциях, и правильно их интерпретировать, правильно с ними разобраться. Кроме того, конечно, психиатрическая служба, хоть и бесплатна в России, но во многом стигматизирована, не всегда в до, достаточной степени доступна. Поэтому, конечно, удобнее прийти в, к врачу общей практики, к врачу-терапевту, неврологу, кардиологу. В не так стыдно, не, та, не, не так зазорно, удобно и прочее-прочее. Поэтому, конечно, существенная часть пациентов а, седает вне не, в поля, конечно, психиатрической службы. И это так происходит во всем мире, на самом деле для генерализованного тревожного расстройства. Почему, собственно, сегодня вебинар тоже отчасти предназначен для врачей широкого круга медицинской специальности? Потому что это расстройство, которое вполне эффективно могут лечить врачи, не психиатры. Ну и даже если все-таки врачи, пациенты доходят с, с тревожными расстройствами до психиатров, то в силу образовательных пробелов, в которых мы с вами говорили, в связи с тем, что не, не было в свое время должного обучения на этот счет, не всегда они получают адекватные диагнозы и адекватное лечение. Часто лечение уводят в совершенно неправильную сторону. Ну и в заключение этой части бремя болезни, да, Тревожные тревожное расстройство с одной стороны достаточно распространены, с другой стороны в значительной степени нарушают трудоспособность, поэтому вот эти исследования бремени болезни оценивают эту группу болезней как весьма весьма значимую в глобальном бремени. Здесь написано про депрессии, да, потому что депрессия на на этом слайде действительно занимает по ожидаемому количеству потерянных лет трудоспособной жизни первое место. А вот тревожное расстройство шестое место. Да? Речь не идет о продолжительности жизни, сокращении продолжительности жизни, это немножко другие показатели, да? а именно о количестве потерянных лет трудоспособности жизни, то есть сокращение трудоспособности. Соответственно, да, вот какие же последствия ГТР, снижение показателей трудоспособности, ухудшение качества жизни, включая и общее состояние здоровья, потому что тревога, как мы уже начали говорить про это, часто ощущается именно в телесной сфере, больше даже чем в психической, эмоциональной. Но все-таки это и психическое здоровье, и рулевое функционирование, и жизненная активность, и достиж уровень достижений в жизни, который человек, ну, уровень реализации в жизни, который... Человек сейчас из-за тревоги ну, не, не может в полностью реализовать да, свой потенциал. Как ни странно, да, хоть и говорят обычно в классической психиатрии, что тревога она вообще не очень связана да, с суицидами, да, потому что Человек, наоборот, ведь тревожится о своем благополучии, не совсем логично в этом случае себя убивать. Но, тем не менее, частота суицидальных мыслей в... значительно выше, чем в общей популяции, и даже частота суицидальных попыток в два раза выше, чем в популяции, именно потому, что само по себе постоянная тревога, постоянное напряжение, это очень утомительно, это э, существенно снижающее качество жизни состояние, и в конечном итоге люди начинают искать из него выход если они, опять же, не, не, не в состоянии обратиться за медицинской помощью, получить адекватную медицинскую помощь, то э, суицид тут тоже начинает казаться одним из возможных выходов. Ну, кроме того, э, дальше мы уже будем говорить, что герметизованное тревожное расстройство часто коморбитно самым различным психическим расстройством. И это как раз является одним из э, факторов, который существенно отягощает э, прогноз и э, снижает вероятность достижения ремиссии в том числе и терапевтической ремиссии. Клиника генерализованного тревожного расстройства здесь все достаточно просто, да. Единственное, что мы должны вспомнить из опять же таких базы, базы, базовых э, ос, из основ общей психопатологии, э, то, что у нас эмоциональные Жизнь, она бывает, с, она весьма разнообразна, и мы говорим иногда про эмоциональные реакции, как непосредственно переживание какой-то эмоции, связанной с, вот, с происшествием, связанной с какой-то ситуацией, про эмоциональные состояния, э, к, к которым относятся там, настроение да, это устойчивые, длительные, э, 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 эмоции, да, такой эмоциональный фон, который мало связан с ситуацией, но вот он окрашивает весь нервно-психический облик человека, как светофильтр, который накрутили на фотоаппарат, и вот накрутили в темном свете и куда бы ты ни посмотрел, все воспринимается, соответственно, через этот светофильтр в темном свете. Вот это эмоциональное состояние. И эмоциональные свойства, то есть характеристики эмоциональной сферы человека, да, его особенность его характера и особенность его личности. Так вот, когда мы говорим про э, генерализованно тревожное расстройство, это состояние, которое относится к патологии, к патологическому эмоциональному состоянию. То есть как раз длительно персистирующая э, тревога как такое патологическое эмоциональное состояние. Соответственно, что же такое э, тревога? Это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности, недифференцированное, нечеткое, в отличие от э, страха, который всегда конкретен, боюсь там того-то, того-то. Э, ну и, как мы с вами сказали, тревога может быть исходя из вот этих делений, да, эмоциональной жизни, реакций, э, состоянием и тревожностью, ну, и нас дальше будет интересовать именно тревога как э, патологическое эмоциональное состояние. Э, проблема в, вот, в выделении тревоги, в в диагностике тревоги. В том, что редко пациенты приходят и жалуются на тревогу. Приходят и говорят, что вы знаете, у меня тревога. Это вот для меня, например, признак того, что, скорее всего, человек уже лечился когда-то у психиатров или у психотерапевтов или сам психолог там например и он много читает по крайней мере до да, психологической литературы и знаком с терминологией и может рефлексировать свое эмоциональное состояние это уже на самом деле хорошо, это уже полдела да, для него разобраться в, с, том, с тем, что в, с ним происходит. В большинстве же случаев, несмотря на то, что говорим, мы говорим, что тревога диффузна, свободно плавающая и прочее, прочее, но в, в жалобах в первую очередь преломляются какие-то конкретные обстоятельства. Да, мне понравилась аналогия одного из лекторов, такая, что, да, мы можем представить, что тревога это такой своб... ну, свободно плавающая тревога, да, но ну, вот представьте льдина плавает по по какому-то водоему, в конечном итоге она где-то застрянет. Да, и, соответственно, вот этот, в этом узком месте и будет эти обстоятельства, это узкое место, и будет в первую очередь звучать в жалобах. Да? То есть, например, наиболее значимая проблема там, на работе, да? и человек про это будет говорить. Но для того, чтобы все-таки выявить, то есть связано это с конкретными обстоятельствами, и, может быть, тогда в этом случае она, эти переживания человека совершенно не патологические, потому что они связаны действительно с какими-то сложными жизненными обстоятельствами. Но для того, чтобы это проверить, все-таки необходимо прицельно расспросить о разных сферах жизни. Да, вот то, что мы уже видели в определении геронизованного тревожного расстройства. То есть э, про, про семью, переживания, связаны с семьей, с работой, здоровьем, финансово-благополучными отношениями, там, политической обстановкой в стране и прочее, прочее. Так вот, с, э, у людей с геронизованной тревогой э, во всех этих э, сферах находятся, ну или в большинстве из них находятся какие-то поводы для переживания и про семью то что что-то там там про детей или про партнеров и про работу и про свое здоровье и про здоровье близких и про возможность каких-то там финансовых проблем, там увольнений там не знаю финансовых кризисов и и прочее, прочее во, во всех этих опять же знаете как старый такой да, врачебный анекдот что э, человек приходит к доктору и говорит, доктор, у меня все болит. Вот куда я вот тыкну сюда пальцем болит, сюда тыкну пальцем болит, там на лоб, там да, тыкну пальцем болит и прочее прочее. Вот весь, весь больной Так вот, доктор говорит, так это у вас палец просто сломан. Так вот и здесь то же самое, да, вот человек везде видит проблемы. Но на самом деле проблема, как раз это позволяет нам отличить физиологическую да, тревогу, связанную с ситуацией, от патологической. Проблема-то в этом именно сломанном пальце, в, в том, что у него тревога, и он смотрит э, на все жизненные обстоятельства через призму своей, своей тревоги. Э, соответственно, вот этот все тот же да, вопрос э, разделения, он, он такой очень очень дискутабельные и, и, и сложные. А, где же тревога нормальная физиологическая, где же она патологическая? С, с таких общих, из общих позиций мы считаем, что, естественно, тревога может быть адаптивная, она вызвана объективной какой-то ситуацией, она мобилизует ресурс организма повышает его готовность справляться с ситуацией. Самый классический вариант: студент перед там экзаменом э, начинает тревожиться, это помогает ему сесть наконец за учебу, э, собраться с мыслями, внимательно прочитать, не спать ночь перед экзаменом, не, не, его не клонит в сон, потому что он в такой немножко в, в взбудораженном состоянии в результате, он хорошо готовится к экзамену, получает хорошую оценку. А может быть дезадаптивная патологическая тревога. Не связано с ситуацией, чрезмерно воспринимаются угрозы, чрез, м, чрез, м, чрезмерно угрожающим, чрезмерно значимым. Главное, что эти, э, 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 в таких случаях тревогу уже не мобилизуют. А наоборот, дезорганизует поведение и мышление человека. В тот же студент перед экзаменом он, не, он сидит, он настолько волнуется, что он не может э, сосредоточить внимание, он перескакивает с одного на другого э, места в учебнике, он встает, он не может усидеть на месте, он ходит из, из стороны в сторону, он пьет кофе, только он на что-то отвлекается, просто потому что ему уже не сидеть да, и не собраться. Да? То есть уже чрезмерная э, тревога, которая как раз ему мешает э, справиться с жизнью ситуации вот в связи с этим как раз э, в продолжении вот, вот эта тема про разделение нормальной и, и, и патологической тревоги в последних классификациях поскольку начали психиатров обвинять в некой такой диагностической инфлякции в расширении э, э, расширение границ диагностики в попытке описать как патологическую элементы нормальной эмоциональной жизни человека. В связи с этим в критериях последних лет произошло повышение диагностического порога. То есть, во-первых, если мы посмотрим в МКБ, то было несколько недель, да, достаточно для длительности. А теперь несколько месяцев вот это связано с разными жизненными обстоятельствами тревога, а в американской классификации, опять же, у них тоже, по в 80-м году там был какой-то низкий порог, а вот с, уже с 90-х, с DSM-4, 6 месяцев критерий. Ну и если раньше не было ничего сказано по поводу нарушения функционирования, теперь это обязательно признак, да, то, что мы должны увидеть какое-то дисфункциональное какие-то проявления. Соответственно, тревога может быть оценена по очень большому количеству характеристик. Вот, и мы все это должны анализировать, когда подходим к диагностике генезованного тревожного расстройства. То есть и выраженность, собственно, тяжесть этой тревоги, да, от минимальных проявлений, субъективного дискомфорта до выраженного, выраженной тревоги, которая представлена в виде психомоторного возбуждения. вот приходит пациент на, на, на прием, и вот до такой степени он тревожится, что ему не сидеть на месте, он мечется по, по, кабинету, он, ну, иногда возникает аналогия, что разве что только по потолку не ходит, да, вот в таком психомоторном возбуждении он громко говорит, у него в мыслях скачет и прочее, прочее функциональные последствия, опять же, да, от отсутствия функциональных последствий, наоборот, нормальные тревоги, которые повышают приспосабливаемость, адаптацию организма к условиям среды, до дисфункциональных как раз случаев уже патологической тревоги, длительность, опять же, вот там реакции связанных с какой-то конкретной ситуациями, до таких хронических состояний вот тех, которые мы наблюдаем при генерализованном тревожном расстройстве, когда годы или десяти, Десятилетия жизни могут быть э, человек находиться в тревоге опять же по связи с конкретными э, стрессами да с какими-то обстоятельствами жизни по связи с, с другой симптоматикой да здесь э, у каждого вот эти все измерения да они создают индивидуальный профиль каждого пациента да вот создают многообразие клинических проявлений э, генетического тревожного расстройства кроме того э, кроме собственно вот этого эмоционального состояния с Предвидением какого-то близкого несчастья и катастрофы. Что мы еще можем увидеть? То, что выделяется в критериях как дополнительные критерии, это проявление повышенной бдительности и настороженности. Вот с, с серии, что человек идет ночью по лесу и боится какой-то опасности. Это опять же физиологическое состояние тревоги, все его органы чувств напряжены, он ожидает этой опасности, он сам напряжен, он, естественно, мышление ускорено, да, мышцы его напряжены. Вот то же самое при патологической тревоги может быть, да, повышение чувствительности ко всем стимулам, поэтому там раздражительность, например, нарушение сна, ускорение мышления, да, двигательное беспокойство в, и в виде мышечного напряжения, и в связи с этим часто там жалобы на боли в спине, в головные боли, потому что человек постоянно находится в напряжение часто в России, да, это опять же приводит пациентов с тревожными расстройствами к различным а, врачам, занимающимся мануальной терапией, остеопатией там, и прочее, прочее. И, 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 зачастую, да, они долго, долго там лечатся, некоторые не, не так давно у меня была ну, серия таких пациентов, которые да, вот какое-то время лечились у Остеопатов, у, у врачей мануальной терапии. Ну, мануальной терапевт, наверное, резонно говорит, что действительно есть какой-то спазм, да, есть какой-то повышенный мышечный тонус. Что-то можно с этим делать, но вот на какое-то время это облегчает некоторые процедуры за счет то ли плацебо, то ли действительно физического какое-то воздействие. Но потом обратно тревогу возвращается. Да, и в результате пока все деньги не заканчиваются, человек ходит по различным мастерам вот этой отрасли и только потом приходят к психиатрам, психотерапевтам, уже готовы готовы рассматривать какие-то альтернативные версии э, происхождения своего э, своих жалоб, да, своих проблем. Но ну, и сама так вегетативные проявления связаны с активизацией симпатической нервной системы, самые разные и и отдышка, и повышение давления, и сухость во рту, чихание, мышечное и прочее-прочее. Соответственно, когда мы встречаем пациента с тревогой, что мы можем увидеть, да, и на что мы можем обратить внимание, это двигательная сфера, да, вот он входит в кабинет, он, он садится к доктору, э, да, вот на, на беседовать на кресло, но при этом он ему сложно зачастую сидеть на месте или он все время теребит какие-то бумажки, да, платочки там, ерзает на сту, на стуле, перебирает документы, речь, да, человек с тревогой быстро сбивчивая, много говорит, торопится рассказать о всех своих жалобах. Физикально, вот то, что мы с вами сказали, да, проявление вот этой гипер такой настороженности, проявление симпатика там и жалобы. Вот жалобы тут интересно, что в первую очередь, конечно, человеку легче понять и пожаловаться на свои Какие-то функциональные нарушения или телесные какие-то нарушения. Потом часто в первую очередь жалобы на нарушение сна, на повышенную утомляемость, связанную с чрезмерным длительным длительным персистирующим напряжением, на трудности концентрации, внимания, сложности запоминания какой-то учебной, например, информации или по ошибке на работе, э на раздражительность. Э да, жалобы. А вот с описания своего психического состояния далеко не у всех. Э достаточно полное да? далеко не все люди могут его хорошо рефлексировать в некоторых случаях люди с... рассказывают про внутреннее напряжение беспокойство волнение тревогу там и прочее прочее а в некоторых случаях его отрицают даже несмотря на то что мы мы можем наблюдать все клинические проявления тревоги тут же да но при этом человек говорит, что все нормально, все со мной, все у меня с эмоциями хорошо, это что-то что другое. Вот там сердце у меня бьется, да, а вот с, и врачи не понимают, почему. Я слышу, да, там, например, свое сердце у меня недавно была пациентка. А, а вот с, с тревогой у меня все в порядке. Соответственно, вот были достаточно большое количество исследований как раз, которые демонстрировали о том, что тревогу на тревогу мало кто пациентов с гинесовым тревожным расстройством жалуются. чаще у, на, у нас в России на самом деле чаще жалуются в лучшем случае на проксизмальную тревогу на вегетативные нарушения вегетососуистую дистонию часто так обозначают там э, скорее пожалуются на депрессию чем на тревогу потому что опять же это немножко более на слуху более понятное состояние на нарушение сна очень многие люди жалуются на разные боли сейчас мы с вами скажем это ну и другие соматические жалобы да то что это все то что лежит на поверхности то что более заметно пациенту, а не тревога. Соответственно, вот здесь я привел еще несколько вариантов критериев диагностики, но не именно для того, чтобы обратить внимание на вот эти дополнительные симптомы, да, соответственно на что может жаловаться, да? вот невозможно расслабиться, усталость, концентрация внимания, раздражительность, мышечное напряжение, нарушение сна. В американской классификации как минимум три из шести вот этих симптомов должны присутствовать, кроме, собственно, тревоги, да? как ее не только субъективное чувство тревоги, да? но и какие-то объективные показатели того, что вот изменя... изменение всего нервно-психического тонуса человека. В, если мы посмотрим в уже устаревшую, да, немножко руководство э, к МКБ-10 для исследовательских целей, там очень много, очень большой перечень критериев, которые как раз во многом связан с соматическим здоровьем, ну, он сложен в использовании, да, поэтому его никто никогда не использовал, но, тем не менее, до, э, взяты эти критерии как раз из исследований симптоматики пациентов с генерализованной тревогой, да, то есть Обязательно какой-то из э, вот этих четырех, сердцебиение, потливость, тремор, сухость во рту, ну, вот, по, по моим впечатлениям, да, потливость очень характерная, да? ночная потливость, когда среди ночи просыпаются в ознобе, меняют там маечки, да, чтобы не было, чтобы было комфортнее спать, да, потому что просыпаются уж в, в холодном поту и тремор, да, это очень, очень частая да, жалоба, да, показывают руки, что вот руки трясутся. Соответственно, в некоторых случаях жалуются и на учащенное сердцебиение. Ну и другие, да, опять же, мне тоже кажется, что, по крайней мере, вот сейчас, видимо, с, возможно, с коронавирусом эта тема стала особая, Особое внимание привлекать пациентов: многие жалуются на затруднение дыхания, на недостаток дыхания, недостаточно качественное дыхание, не могу вдохнуть в полной грудью. Некоторые на чувство удушья, чувствуют чувствую чего-то мешающего в... в. При глотании да? а, Опять же в вульгарном понимании вот, это, Глобус истерикус да, Как проявление истерии Что-то, вот, что что-то да, Сложности с глотанием Но На самом деле это как раз очень характерная э, 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 Симптом тревоги да э, трудности глотания пересыхают опять же во рту пересыхают в, 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 в глотке да и у людей есть вот дискомфорт при э, при глотании ну и самые различные другие м, симптомы которые здесь э, приведены да в том числе и психические опять же некие депрессионные расстройства Хотя в чистом виде реализация допреслась да, ближе к апсивно компульсивному на мой взгляд, по крайней мере, расстройству. Точнее, это такая неспецифическое проявление. Да? При разных самых расстройствах может быть но наиболее яркие, конечно, случаи с, в рамках апсивно компульсивного расстройства. Хорошо. значит, с, Про поводу нарушения сна. Действительно, один, нарушение сна ⁇ один из существенных и частых... Э Проявление ГТР, как минимум две трети больных страдают нарушениями сна. Действительно, одна треть действительно не страдает. Да? То есть это, конечно, не облигатные критерии, не во всех случаях. Некоторые люди, наоборот, в стрессовых ситуациях спят очень хорошо. Да? А, Но ну, большая часть жалуются на те или иные проблема со сном. И опять же считается, что если в общей практике при, человек пришел и пожаловался на, на проблемы со сном, то э, это очень существенно в 7 раз повышает вероятность э, того, что у него есть генерализованная тревога. Да? Поэтому это как раз такой один из маркерных один из маркеров, который заставляет врача любой специальности подумать, да, нет ли у этого человека генизованной тревоги, и дать соответствующий опросник, или более внимательно расспросить о переживаниях да, пациента. Соответственно, бессонница, тут проблема в том, что она действительно не, не только не нравится да, и снижает качество жизни пациента, но еще мешает ему функционировать. Ну и, соответственно, существенно влияет на лечение, потому что пациент во многих случаях в первую очередь заинтересован именно в нормализации сна, да, и он, по крайней мере, видит и оценивает эффективность терапии именно в аспекте нормализации сна. Соответственно, по поводу сна тут есть такой, как бы, нюанс. Понятно, что есть две функции у сна, да, это отдых и вот в начальной стадии, да, сна, вот циклы сна. Которые в начале ночи здесь в первую очередь медленно волновой сон глубокие фазы сна преобладают и это э э функцию эта часть сна несет отдыха и есть утренний сон более поверхностный с больше фаз быстрых движений глаз э соответственно э э здесь большее значение имеет переработка информации да поступающей в течение дня и прочее прочее так вот, я бы хотел обратить внимание на один момент, что часто у нас считается, что ранние пробуждения, это вот классически, так опять же, в классической психиатрической школе учили так, что для тревожных пациентов есть сложности засыпания, а для депрессии характерны ранние пробуждения. А вот в современном исследовании это не подтверждают, потому что многие пациенты с тревогой имеют ранние пробуждения, и в целом да не обязательно там например пациента с депрессией да имеют раннее пробуждение далеко не обязательно и в целом речь в первую очередь о общем сокращении, сокращении продолжительности сна а вот э, раннее пробуждение в, в целом более характерно для людей э, не более характерно физиологическом на физиологическом уровне они характерны для людей в, в старших возрастных групп да вот э, Здесь это, это распределение, соответственно, сов и и, жа, и жаворонков, да, рано встающих и, и поздно встающих людей, и вот график, да, возраста, да, чем взрослее человек, тем легче ему становиться в, вставать раньше, потому что сокращается потребность вот в этом утреннем сне, утреннем сне, да, сокращается потребность. А, так вот с что происходит при генерализованном тревожном расстройстве. Нет, не нашел я специальной гипнограммы да, именно пациента с генерализованным тревожным расстройством. Но, но нарушение там в целом достаточно похоже на депрессию. Действительно, может быть раннее пробуждение и ну, у меня много, по крайней мере, пациентов с тревогой, с ранними пробуждениями. Почему они они просыпаются рано, потому что проснулся среди ночи и сразу же возникает мысли, да, беспокойство о том, как пройдет день, о том, что сегодня случится, как я буду работать и прочее, прочее, да. Это вполне как раз укладывается в, в структуру и в переживаний, да действительно, часть пациентов имеет сложности с засыпанием, сложности с поддержанием сна. Это, похоже, да, вот изменение сна при ГТР похоже на другие виды несомнии, наиболее распространенные по крайней мере, виды несомнии. Да, а именно так называемую психофизиологическую несомнию, которая является самым частым вариантом хронической инсомнии или, собственно говоря, проявлением тревожных расстройств, нарушением сна при тревожных расстройствах. Иногда это форми... она выливается в такую достаточно классическую агриппнофобию. Да? Страх бессонницы, по-моему, мы когда... говорили когда на вебинаре про фобические расстройства. Избыточное внимание ко сну, страх, что я не усну, страх, что я буду плохо себя чувствовать на следующий день. Соответственно, вот это повышенное соматическое напряжение. Но все проявления тревоги, собственно говоря, гипервигилитет, настороженность, которые не дают уснуть или вырывают в среди в среди ночи из сна. Ну и также, опять же раннее пробуждение. И, и еще один аспект, да, достаточно характерный для э, различных тревожных расстройств и генерализованных тревожных расстройств, в, который в отечественной психиатрии назывался санастопатией, и описывались как тягостные ощущения, которые не имеют для своего возникновения причин, которые могут быть выявлены объективными методами. Но здесь под объективными методами в современном точке зрения понимается следующее, что боль по патогенезу может быть нотоэцептивной, то есть связана с поражением, с возбуждением болевых рецепторов которые в свою очередь активизируются поражением ткани да? то есть есть поражение ткани разного генеза, там ожог, ушиб э э ну, любые там обморожения и прочее соответственно факторы воспаления приводят к активизации нот рецепторов человек чувствует боль если принять нестероидный препарат который никак на нервную систему не действует но убирает факторы воспаления то боль проходит да? зубная боль, головная боль да вот если она этот механизм имеет она сразу же проходит с, э, после приема нестероидных противовоспалительных воспалительных препаратов и другой вариант боли как раз при котором вот то что при синуситах вот в старом классическом термине который сейчас уже в мире нигде не, не используется по своей сути, он близок, да, и практически совпадает с современным понятием, так, нейробиологическим понятием нейропатической боли. Здесь нет объективных причин, имеется в виду, что нет воспаления в тканях, нет поражения самих тканей, да, тканей организма. Но есть какое-то страдание чувствительной э, нервной системы. Нет стимуляции болевых рецепторов, нет эффекта от анальгетиков, от противоспалительных противовоспалительных э, препаратов. И боль часто хроническая, мучительная, более мучительная, чем болезненная, не очень характерная, да, которую сложно описать, сложно вербализовать. Часто люди описывают, это уже есть как раз из описание нейропатической боли у неврологов, да, вот все те же самые образные сравнения, как будто что-то стягивает, ломается, переливается и прочее, прочее. Ну, то есть сложность вербализации, мучительный характер, но ну, и нет связи, как ясной связи с повреждающими факторами. Соответственно, причиной такой нейропатической боли может быть с, с Сенситизация да, на уровне сегмента спинного мозга, да, самые разные, да, то есть постгерпетическая боль, там, связано диабетические, там, ну, много разных причин, когда в большей степени неврологи, да, занимаются. Но также, может быть, и, так скажем, центрального генеза на уровне э, таламуса, да, где происходит переключение информации от всех органов чувств, и который связан с первичной обработкой поступающих сигналов, в том числе эмоциональной, да, и тесно связан с лимбической нервной системой. И, соответственно, вот с, на этом уровне э, болевые ощущения, сенсопатия или нейропатическая боль, они часто связаны и возникают в рамках различных э, депрессивных и тревожных расстройствах. Ну и либо там есть похожие да, расстройства, типа фибромиологии, где тоже болевые ощущения, они распределены по всему организму, такие диффузные, но, но при этом вроде как там нету э, каких-то эмоциональных нарушений, или они, по крайней мере, вторичные по отношению к этим болевым ощущениям. Но, по крайней мере, э, при тревожных расстройствах достаточно часто возникают болевые ощущения, самые разные, да, и люди, опять же, с трудом их описывают, да, и в груди достаточно часто описывают, что не, вот, не продохнуть, или, или болит что-то, или тянет, и прочее, прочее. Что при депрессиях, да, опять же, камень на сердце, камень на душе, не зря так, да, говорят. Что при тревожных расстройствах. Uh, да, и, и, и из клиники, из такого, может быть, не совсем стандартного, еще хотелось упомянуть тоже такая актуальная последний год э, э, ситуацию, да, это так называемая психогенная лихорадка, да, не очень лихорадка неясного генеза, раньше ее называли термоневроз, э, и, а, и так в, часто, понятно, что не очень часто встречаются эти случаи, но э, когда встречаются, то создают такую головную боль для врачей, то есть это ситуация, когда у пациента по каким-то неясным причинам повышается температура. При этом бывают два варианта. Да? Либо пароксизмы. Обычно пароксизмы связаны со стрессом. Там сдает экзамен на человек, и вот у него там температура 40. Так извините, температура 40, да, или э, перси, хроническая персистирующая, да, длительно э, присутствующая боль, э, температура на уровне субфибрильной температуры 37,2, 37,4, 37,6, которая объективно подтверждается. Да, что она действительно повышена. У меня, честно говоря, за последний год ну, было на нас десяток да, таких пациентов, которые, конечно, прошли всех врачей, там, аллергологов, иммунологов там, и прочее-прочее и там, инфекционистов там, и так далее. Да? И все сделали тысячи обследований, опять же, очень много средств потратили на, на, и нервов потратили на это обследование. Никто ничего не находит, а потом назначение э, противотревожных препаратов для лечения генераловной тревоги оно раз и постепенно нормализует температуру тела. Э, действ, действительно описаны механизмы, какими как, как стрессовые факторы и хроническую персистирующую тревогу мог, могут повышать температуру тела множество разных там факторов связанных с именно терморегуляцией честно говоря не специалист поэтому не буду их воспроизводить японские авторы да это много изучают на таком на современном научном уровне ну и, соответственно, конечно, всегда эти случаи, они такие диагностически сложные. И э, вот эта версия о том, что лихорадка имеет психогенную э, природу, она, конечно, должна быть не окончательная, как одно из гипотез, которую мы проверяем. Да, что вот мы обследуемся, но ну, наиболее очевидные причины мы исключили, соматические, да, такой персистирующей лихорадки. А давайте попробуем все-таки обратимся к э, психиатрам, попробуем полечить тревогу, которая, тревога у этих пациентов у всех есть, но она, возможно, вторична по отношению, да, если у человека какое-то заболевание, он боится, да, то есть можно же так же ее тоже рассматривать. Соответственно, давайте полечим тревогу, и э, если есть эффект от терапии, то м -м, все хорошо. Да? вот с тех пациентов, с которыми я, которых я решил ну, в большей части все было, да, хорошо. Там у одной нашли какое-то ревматологическое все-таки заболевание, несмотря на то, что изначально это было не очевидно. но ну, это тоже не очень понятно, да, какой там вклад психогенных, ну, психологического состояния, психического состояния и соматического, соматической болезни в развитии этой а лихорадки. В для того, чтобы, опять же, в общей практике сократить время на обследование пациента, предлагаются некие скрининговые методы в виде таких опросничков, типа вот это GTR-7, опросник, который разрабатывался время авторами, авторами DSM, он спонсировался компанией Pfizer и находится в свободном доступе, то есть можно его скачивать и использовать в своих клинических да, в, в клинических целях свободно соответственно семь простых достаточно вопросов которые говорят о силе выраженности тревоги однако конечно все опросники они имеют только предварительное значение для диагностики того или иного состояния потому что речь многозначна да на на один тот же вопрос человек может вам было трудно расслабиться да например да, ну, человек которому действительно трудно расслабиться по факту, да, он может сказать, что у него все было хорошо с этим, да, а человек, который в принципе вообще и более-менее хорошо себя чувствует и не имеет никаких функциональных нарушений, например, да? не очень выраженную тревогу, он может, наоборот, отметить очень выраженную да, эту, эту, эту жалобу. От многих факторов, от понимания да, языка это зависит, поэтому только как такой предварительный, предварительная оценка просто для сокращения времени, да, для того, чтобы отфильтровать тех, кому нужно задавать дополнительные вопросы. Дифференциальная диагностика и коморбидность. Здесь все достаточно с, ну, и просто и сложно да, с одной стороны, конечно, в первую очередь, тревожное расстройство, как и изначально да, подразумевается в классической психиатрии, требует своей диагностики с эффективными расстройствами, в первую очередь, с депрессией. И это бывает сделать достаточно сложно, потому что если мы посмотрим, ну, сниженное настроение, критерии эм, депрессии, да, на первом месте сниженное настроение, но ну, не всегда человек правильно рефлексирует и понимает то, что у него настроение сниженное что такое сниженное настроение, да, как это, как это понять. Э, тем более, что тревога это же тоже негативное, да, не очень хорошее переживание. И часто э, человек тревогу, тревогу тоже называют плохим настроением и депрессией да, мы уже это говорили, поэтому для многих людей это примерно одинаковое понятие термина, да, кроме, а другие проявления Тревоги и депрессии часто общие, да, мы с вами говорили. Ну про утрату интереса способность получать удовольствие, но ну, это более специфично, конечно, для депрессии. Ну для там повышенная утомляемость и для, для тревоги тоже может быть, потому что человек слишком постоянно в постоянном напряжении находится и нарушение концентрации внимания и опять же уверенность в себе и прочее-прочее. И, и нарушенный сон изменение аппетита, все это может быть и при тревоге, и при депрессии, да. И в свое время стали говорить, что да, есть очень много общего, да, вот усталость, концентрация внимания, сон, это то, что объединяет и, и э, депрессию, да, в данном случае, и тревогу. Но если мы говорим про гензоловую тревожную расстройство, то тут ну, во-первых, обеспокоенность о будущем, сейчас мы дальше мы скажем, и в целом проявление некой активизации, да, активизация более характерная, а для депрессии все-таки проявление демоторной задроморности, та же утомляемость из-за того, что человек, э ну, не хватает ему, да, энергии, не хватает, ну, условно, нейротрансмиттеров для того, чтобы быть активным, а при генерализованной тревоге, потому что вот он, он все время в напряжении и проявление активизации есть. Больше там раздражительность, хотя при депрессии она тоже может быть больше мышечное напряжение для тревоги характерно, да, для, опять же, депрессии больше снижение интереса, снижение по получения ну, именно удовольствия, позитивных эмоций, да, больше там мысли о суициде, хотя, опять, не, не является значимым дифференциально диагностическим критерий больше до да, сниженная самооценка опять же тоже и так и там и там может быть вот а, Классически, опять же пытаются разделить тревогу и депрессию про тому на что больше обращен взгляд а, пациента да? если мы говорим про депрессию про как некую такую эмоциональную яму там да. идея в том что человек воспринимает э, и больше думает о прошлом, да, при классической тоскливой депрессии, что вот раньше было хорошо, э, я что-то сделал неправильно, я это все потерял, э, да, я вот сейчас в каком-то плохом, да, вот в этой яме в такой, в какой-то жизненной, э, прошлое уже далекое безвозвратно, я в этом виноват, да, откуда берется эта вот, мысль о прошлом, потому что ангидония, отсутствие удовольствия. Да? Вот раньше была полная жизнь, были удовольствия от, от всего того, что с человеком сталкивается. Сейчас человек это утратил, и он именно воспринимает это как утрату. Даже если по факту ничего в жизни такого плохого не происходило, и утраты никакой жизни, существенной в жизни не было. Но в восприятии человека это именно так воспринимается. Как бы Поэтому вот печаль, грусть об утраченном там, молодости, времени, событиях, людях и прочее. прочее. А по поводу будущего, здесь особо, знаете, многие люди говорят, вот мне почему нравится эта аналогия Яма, что я не вижу ни прошлое, прошлое уже далеко, ни будущее, просто вот никакое будущее, да, Бесперспективно. нету его, есть стена какая-то. А вот при тревоге наоборот, большая часть мыслей, они сосредоточены на будущем. Да? Человек на нем думает. о прошлом особо ему не думает, не думает об ошибках своих каких-то прошлых. Он не думает. А вот будущее, вот оно страшное, неизвестное, какое-то да, мрачное, пугающее и прочее-прочее. Ну вот это такой, ну мне кажется, что достаточно хороший э клинический дифференциальный диагностический такой пункт. Э -э однако в особенно в когда э относительно легкие состояния, депрессивные, тревожные состояния, разделить действительно сложно потому что там перемешиваются и пере... разного рода переживания, и депрессивные, и тревожные. Поэтому в этих случаях так, на субклиническом уровне говорят о том, что правиль... с биологической точки зрения действительно эти могут бы сочетаться, да, эти проявления. И имеют одну, дальше мы с вами скажем, скажем, да, одни патогенетические и нейробиологические корни. И, соответственно, здесь предлагается такой диагноз, который раньше называл смешанное тревожное и депрессивное расстройство и относился к группе тревожных расстройств в МКБ-10, а в МКБ-11 он будет в группе м, депрессивных расстройств, и там поменяется да, название, название смешанное депрессивное и тревожное да, расстройство. И здесь подразумевается, что некое легкие субклинические проявления т, э, тревоги и депрессии у нас, опять же, в... Э, доктора часто ставят этот диагноз, э, подразумевая ну, э, например, да, достаточно выраженную тревогу, которая вполне удовлетворяла бы, например, критерию ГТР, и плюс к ней сочетание с. с ну, как бы вторичной депрессии, да, человек все время в напряжении, там, как дисфункциональное у него нарушение, поэтому он, конечно, рассказывает о том, что у него не очень хорошее настроение, да. в этих случаях пытаются поставить диагноз, хотя на самом деле это диагноз именно субклинические проявления, легких проявлений, когда там нету нарушения функционирования, когда только отдельные проявления, нету полных синдромов тревоги и депрессии ну и в целом более благоприятное течение более легкое да и простое лечение там для этих состояний необходимо по поводу тревожных расстройств э, дифференциальной диагностики э, ГТР с, тревож, с другими тревожными расстройствами мы уже говорили на э, лекции про фобии да? а, соответственно вот этот алгоритм да, что есть различные негативные эмоции если есть еще также депрессия тогда мы все-таки лечим депрессию ее будем считать более значимой, да, и вот в критериях вот предыдущему вот этому смешанному тревожному и депрессивному так как сказано, что если э, есть тревога э, и депрессия, вам нужно поставить один диагноз или определиться с тактикой лечения, то как бы приоритетной будет депрессия, да, но дальше, если мы исключили все-таки значимость э, депрессии, тогда мы смотрим в чем же до да, фокус симптомов на чем же сосредоточен если пс психотравмы флешбэки это посттравматическая стрессовая расстройство обсессии компульсия ОКР. Если панические приступы тревоги, да, не, не персистирующие, а пароксизм, это тут может быть и паническое расстройство, если непровоцируемое, а если они связаны с каким-то ситуацией, это какие-то фобические расстройства. Ну, а если э, именно неконтролируемое беспокойство, беспокойство о разных жизненных сферах, то это есть генерализованное тревожное расстройство. То есть здесь все достаточно просто, да, именно по фокусу переживаний, да, в большей степени дифференциальная диагностика да почему у нас паническое расстройство часто диагностируют чаще чем в мире да и потому что опять же люди о нем знают они приходят и начинают рассказывать описывать свою тревогу именно термин у меня паника у меня паника да но все-таки нужно проверять что человек имеет в виду да паника во первых это все-таки тяжелая да, тревога это вот прям когда витальная, витальный страх, витальная угроза, да, что вот я сейчас умру, или я сойду с ума, и вообще все вышло из-под контроля да, и прочее-прочее. Да. Тревога, ну, вот есть некоторые проявления, но человек, в принципе, вполне себя там ну, более-менее контролирует. Кроме того, все-таки панические атаки, да, они непредсказуемы, да, не связаны с какой ситуацией, как мы тоже сказали, и повторяются. Да, не одна когда-то там была, там несколько месяцев назад, а все-таки несколько, несколько атак в течение ну, месяца, или хотя бы одна, если есть э, тревога, э, да, ожидания ее. Вот, поэтому на самом деле, если использовать такие э, критерии, буквально, да, критерии внимательно посмотреть, по нищему то не так часто... Э, 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 можно этот диагноз поставить и большая часть пациентов по крайней мере, ко мне, которые приходят, из с первым с первыми словами здравствуйте, доктор, у меня паническое расстройство, при подробном распросе оказывается что все-таки генерализованная тревога, да, паническое расстройство. Одно было там или два там, там человек обычно рассказывает, ну вот у меня там два года назад одна был какой-то приступ, там в каких-то обстоятельствах жизненных там что-то случилось, да, и тут еще полгода назад было такая, ну пару секунд длилась какая, да, такое состояние. Ну, то есть при правильном рассмотрении это и не панические атаки совсем. Ну и связан со стрессом, да, мы понимаем, что часто, опять же, как уже сказали, человек жалуется на какие-то существенные стрессовые события. И мы должны понимать, что все стрессы, при всех психических расстройствах стрессовые события играют роль, только вклад их немножко разный, да, при там, депрессии, при тревожных расстройствах, психогенные факторы, да, психотравмы, они являются просто больше триггером там больше имеет значение уязвимость но и есть непосредственно расстройство непосредственно связано со стрессом там конечно вот эти стрессоры но они уже не, не просто стрессоры, а чрезвычайного до да, значение какие-то катастрофы там войны нападения изнасилования там, и прочие теракты и так далее да они конечно начинают играть существенную роль в клинике да и собственно определяют расстройство. Несмотря на то, что у нас таких психотравмирующих факторов очень много, мне кажется, в жизни, да? но диагностика ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, очень сильно отстает. Да? Ну, практически не, не видел я пациентов, которые пришли бы со, с диагнозом ПТСР, а да? мы видели, что в Америке это очень распространенно диагноз. Соответственно, один из... Часто наши пациенты тоже просто не доходят до врачей, но вот то, что отличает ПТСР от генерализованного тревожного расстройства, да, остальные вещи могут быть достаточно сходными, а все-таки отличительной чертой это будет именно как раз фиксация на травматическом событии и вторгающиеся какие-то воспоминания с этого травматического события или наяву, как в виде флешбеков, или в виде каких-то ночных кошмаров, в виде да, вот таких состояний опять же, тревоги, ужаса и прочее. Коморбидность, коморбидность. Как минимум две трети пациентов с ГТР имеет какой-то другой сопутствующий диагноз, да, так говорят исследования. И проблема в том, что коморбидность ухудшает прогноз. Значимая часть людей с ГТР в разное время жизни а иногда и одновременно имеют симптомы клинически выраженной, да, как сейчас называют, клинической депрессии. Часть имеет другие тревожные расстройства. А, проблемные, конечно, пациенты, которые злоупотребляют психоактивными веществами, да, их сразу же очень тяжело лечить, да, сейчас мы скажем почему. Проблемная, да, это пациенты, у которых есть расстройство личности, да, и вот, э, по сути дела, настолько вот укоренившиеся э, э, симптомы, да, проявления тревоги, да, вот, в особенности жизни, особенности реагирования на разные жизненные ситуации, что, опять же, очень с... личностные черты очень сложно менять, очень сложно трансформировать, требуется очень серьезное в первую очередь психотерапевтическая работа, поэтому тоже тут э, э, всегда об, об, это обрастает еще какие-то социальные дисфункции, да, вот это личностная патология, поэтому там обычно у людей ресурсов-то нет меняться, да, поэтому это тоже у, ухудшает существенно э, прогноз. Ну и в полном смысле про, прогноз также ухудшают и соматические болезни, в том числе которые могут возник, возникать по механизму психосоматических, то есть когда изначально э, психические, да, вот эта тревога, да, как функциональное психическое расстройство приводит к формированию настоящих органических, да, расстройств, телесных, соматических расстройств, да, являясь одним из факторов, одним из звеньев патогенеза, да, вот это, эти, эти участия психогенных факторов доказаны хорошо для многих э, соматических заболеваний, и для гипертонической болезни, и БС, и для бронхиальной астмы, и язвенной болезни желудка, и пр прочее, прочее, нейродермита, там, неспецифические язвы на и, и, и так далее, да. а, По поводу алкоголизма, да, я напомню, что, опять же, с современной точки зрения, нейробиологической точки зрения, говорят, что есть, ну, так что для себя можно, да, запомнить, что есть два, два вида алкоголиков, ал, да, алкоголизма один, который начинают э, относительно рано, и там контроль с импульсивностью, с антисоциальным поведением. Э, и, но люди пьют для удовольствия, удовольствия для получения каких-то позитивных эмоций, э, поэтому они такие импульсивные, им сложно воздерживаться от, от употребления, но м, употребление, оно не... Вот эта зависимость, она не развивается, не прогрессирует, или прогрессирует очень, не очень выраженно, да? человек как в подростком там выпивал и там буянил там в каких-то, так и в старости примерно то же самое, да, у него осталось. А вот с другой типа алкоголизма, который как раз склонен к прогрессированию, там-то основная штука, что почему это происходит, потому что начинают использовать алкоголь, не обязательно про алкоголь, про алкоголь речь, да, про самые любые, ну, про, про все другие виды употребления, наркотических препаратов или других э, виды э, зависимого поведения, игромания, там переедания, самопореза и так далее. Тут ситуация, что если человек начинает употреблять использовать эти поведения для самолечения, в том числе для купирования тревоги своей, да, то это начинает его затягивать есть такая как бы штука, да, вот представление о том, что есть аддиктивное поведение, да, что, ну, человеку изначально не очень хорошо, да, человек, предположим, с генерализованной тревогой, он волнуется по многим поводам жизненным, да, и вот у него есть два пути, либо каким-то образом решать свой, вот один длинный путь, да, решать свои проблемы каким-то образом, работать над ними и через какое-то время получить за это вознаграждение, да, успокоение связанное с тем, что он что-то достиг. А есть второй путь, более короткий, да, вот выпил и уже э, тревоги стало меньше, да, алкоголя универсальный противотревожный эффект, транквилизирующее действие есть. Выпил и стало проще. Хорошо. Э -э На утро оказалось, что тревога никуда не делась проблемы жизненные никуда не делись, плюс еще добавилось чувство вины, что он пил, плюс еще добавились соматические последствия, плюс еще он деньги потратил и, и то есть стало еще хуже. Что сделать? опять есть опять этот длинный путь, где нужно решать проблему, но он помнит о том, что а есть короткий путь, где я могу выпить и мне станет лучше, да? или употребить там или марихуану покурить, или опять же там объезд, или еще там что-то сделать. Соответственно, раз и снова прибегает к этому пути короткому пути, да, такого зависимого поведения, диктивного поведения, и это очень быстро затягивает ему. Не... Чем больше он, соответственно, к нему прибегает, тем хуже у него жизненные обстоятельства, тем он не знает, что делать, и тем больше ему проблем вырваться из этой ситуации. Вот, поэтому достаточно много людей с различными тревожными расстройствами со временем начинают употреблять, и к сожалению, их зависимость она прогрессирует достаточно быстро и они могут спиваться и потом может тревожное расстройство уже она уже в структуре алкоголизма сплетена с ним да в абстиненции да проявляется и прочее прочее и без соответственно транквилизаторов без алкоголя или без транквилизаторов которые не дай бог ему такому пациенту назначили либо брибритуратов которые он сам покупает в виде кроволола он вообще существовать не может нехорошая ситуация погибают да? такие пациенты достаточно рано быстро по поводу личностных черт я был в вебинар про современное пространственное расстройств личности и мы говорили о а вот этой большой пятерке здесь как конечно к тревоге имеют непосредственное отношение да вот эта черта э, нейротизм да, или эмоциональная нестабильность да, люди, у которых больше она выраженность, вот они как раз тревожные, эмоциональные, неуверенные, да, легко возникают у них тревожные реакции. Соответственно, это является существенной почвой для формирования генерализованного тревожного расстройства и для ее персистирования, да, вот в случае, если это личностная черта, достаточно выражена. Сложно лечить медикаментозно или какими-то другими способами. Если говорить про классические да, вот эти типологию, да, типологию тревожных расстройств, вот здесь выделяют как раз зависимое, тревожное, в МКБ-10 уклоняющее или избегающее расстройство личности. Это как раз вот те, которые тесно достаточно связаны с генерализованным тревожным расстройством. По сути дела, их у этих пациентов декомпенсация состояния может проявляться в виде вот как раз характерной клиники генерализованного тревожного расстройства. Опять же, да, создает проблемы для лечения. Ну и про про вот эту психосоматическую механизм я уже сказал, да, ну и как конкретные, да, есть исследования о том, что тревожные расстройства, да, особенно вот такая длительно персистирующая тревога при генерализованном тревожном расстройстве, является независимым фактором развития и гипертонической болезни, и ишемической болезни, и смерти от ишемической болезни, да, понятно, здесь патогенетические механизмы связаны с симпатической активизацией, ну, там много еще других, а, но и точно так же и наоборот обратная связь, да, если у пациента имеет уже ГБ и ИБС и имеет тревогу, не, не будем задаваться вопросом, откуда она взялась у него то ли было до этого, то ли возникло в связи с да, теми соматическими состояниями или там, изменением привычного образа жизни, да, которые произошли с, после присоединения этого заболевания, то, соответственно, это тоже будет пред, 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 предсказывать плохой прогноз этого пациента по их сердечно-сосудистым заболеваниям. Потом, конечно, тревогу, и, как и депрессию у пациентов с, со всеми серьезными соматическими заболеваниями имеет смысл лечить. Это непременный атрибут лечение таких состояний ну и э, последний да, раздел э, этиопатогенез коротко да без каких деталей и терапию да понятно что все психические расстройства как мы уже много раз говорили я вновь, вновь привожу этот слайд они имеют биопсихосоциальные корни да в отличие от там Заболеваний неврологических да, болезней, которые в большей степени биологические. Здесь важно и социальное окружение для формирования здоровой психической деятельности, и психологические мысли, да, то есть психологический уровень, то есть мысли, наши отношение к чему-то. Ну и как при нормальном функционировании нормальной э, психической деятельности все три компонента важны, так и при их э, нарушениях. Соответственно, всегда есть причины в всех трех сферах психических расстройств и лечения тоже мы оптимально должны бы сочетать в, в, все три э, третьих фактора соответственно если мы говорим про генеризованное тревожное расстройство на треть она такая то примерно там 32-33 процента многие исследования дают на три, на треть она определяется наследственностью Близнецовые методы, да, говорят. При этом это там, опять же, сложно С специфичностью наследственности, потому что широкое, да, вот перекрещивание с депрессивными расстройствами, с другими тревожными расстройствами, с нейротизмом, как личностной чертой. Ну, а если говорить про внешние факторы, которые могут привносить вклад в развитие, то, конечно, это опять же специфических факторов нет. Да. Но есть особенности воспитания, тревожная гиперпротекция, да, когда с, с детства человека за, запугивают какими-то да, вещами, да, что, опасностью жизни, да, он начинает предвидеть опасности в каждом там, своем поступке, когда его обес, немножко обесценивают, его способности да, справляться с теми или иными ситуациями. И говорят, ты туда ты упадешь, ты не лезь туда, ты упадешь, это ты не делай, ты не справишься, туда не ходи, там еще что-то ты попадешь. -по просак какой-то да насилие такое эм, амбивалентное воспитание да вот непредсказуемые наказания в том числе да помните экспериментальный невроз да, у павлова да когда там собак неожиданно били током да вот, если бы он, она понимает логику тогда она просто дрессируется когда как без какой-то логического м -м, связи она начинает бояться вообще всего опять же вот, формируется генерализованная тревога <связать> а, ну и понятно, что, в, опять же, в анамнезе людей с генерализованным тревожным расстройством оказывается больше стрессовых факторов, каких-то жизненных неприятностей, опять же, там, утрат близких, разводов, каких-то ну, каких стрессовых факторов, чем у людей без тревожных расстройств. Ну и терапия, она, собственно, складывается из двух основных направлений. Да? Это психотерапия и психофармакотерапия. А в отношении терапии, психотерапии первый этап это, – это психообразование. Психообразование, причем тут во время диагностики, вот очень важный момент, опять же, обучить человека понимать, хорошо разбираться в своих эмоциональных состояниях. Называть свои эмоции, да, это уже, по сути дела, полдела он уже начинает лучше анализировать, лучше регулировать в связи с этим свое эмоциональное состояние, э, немножко информировать о вообще сути того, тревожных расстройств. Э, и в принципе считается, что для как раз э, генизованной тревоги э, книжки по самопомощи. Да, и вот такое психологическое такое самообразование, то есть не опосредованное какими-то специалистами, да, они, в принципе, достаточно действенны. Почему их, собственно, достаточно много? Потому что во многом они, сейчас, э, извините, да, во многом они действительно работают, да, множество, множество есть достаточно неплохих нет, не буду кон какие-то конкретные рекомендации. Например, для депрессии не так. Да? Для депрессии немножко сложнее, да, именно человеку заниматься самопомощью. Ну и, соответственно, кроме этого психообразования, психотерапия и наиболее доказательная, конечно, когнитивно-поведенческая психотерапия, потому что она ставит перед собой конкретные цели, да, там, работать с тревогой и э, осязаемый результат можно получить на осязаемом промежутке, ну, э, э, очевидных каких-то понятных промежутках времени. И психофармакотерапия. По поводу когнитивно-поведенческой терапии здесь, опять же, есть достаточно много моделей и гипотез, да, и разных аспектов формирования генерализованного тревожного расстройства, и у разных людей немножко разные вот эти психологические причины приводят к формированию генерализованной тревоги. Это даже не, не то, что разные взгляды разных авторов, а именно, что достаточно индивидуально у каждого человека. Поэтому немножко разный набор средств может использоваться. А, Потенциальность того, что наиболее часто говорят, какие когнитивные причины, то есть вот, связанные с мыслями, да, приводят к генерализованной тревоге. А, тенденция предвидеть худшее, предполагать, что может, худшее может случиться с наибольшей вероятностью тенденция недооценивать свою способность справляться с ожидаемыми проблемами опять же это может вытекать из того воспитания например о котором мы с вами говорили стрессовых факторов, которые человек сталкивался в жизни, или еще есть такие поведенческие да, часть элемента, да, что человек немножечко не, не умеет да, справляться с, с ситуациями, да, то есть нет у него навыка, и поэтому он не, не, ну опять же тоже родители да берегали от каких-то э, невзгод, да, контролировали во всем, да, не, не давали человеку учиться самому, да, поэтому он не владеет этим навыком. А, понятно здесь, да. А, есть опять же один из аспектов использования э, беспокойств в качестве формы совладания ситуации и решения проблем. То есть если я вроде как беспокоюсь Значит, э я могу предвидеть и предотвратить какие-то опасности, да, это хорошо, это меня защитить, если я все продумаю и прочее, и прочее. На самом деле как раз наоборот, да, вот э, только он начинает катастрофизировать, закручивать накручивать себя и приводит к каким-то дисфункциональным состояниям, в ко с которыми он, наоборот, не может справиться, да. Здесь и, и противоположная такая метакогнитивная такая, взгляд может быть, что вот э, если я беспокоюсь, значит, это плохо, я не могу себя контролировать, то есть, вот по-разному по люди могут относиться к беспокойству. Да? Некоторые считают, что это как бы защитный механизм, их все хорошо, мне наоборот, побольше беспокоиться, я предупрежу опасности. А некоторые, наоборот, что все, если я беспокоюсь, значит, я не контролирую себя, значит, все пойдет пра прахом и все, все, все закончится неблагоприятно. А, опять же, беспокойство может быть способом избежать нежелательных эмоций и мыслей. Опять же, беспокоиться о каких-то маловероятных событиях в будущем да, и прочее, прочее, игнорировать эти. Те проблемы, которые есть ну, в реальной жизни, с которыми ему нужно работать. да Просто, опять же, для, потому что не умеет, может быть, с ними справляться, не знает, как не может правильно рассчитать. Опять же, тут еще и когнитивный тоже аспект, да, в особенности мышления, что не всегда правильно может выделить главное второстепенное, оценить вероятности, рассчитать все это и так далее. Да? И это требует особого, опять же, то, что называет. Э когнитивная реструктуризация, да, то есть, опять же, взгляд на эти проблемы со стороны иногда, да, со специалистом, да, и попытка научить человека правильно оценивать вероятности, опасности и прочее, прочее. Ну и в целом есть да, так, проблема, что мысли, и беспокойство, они всегда про будущее, соответственно, человек не живет в текущей жизни, а, живет в будущем и недостаточно контактирует с настоящим моментом, не получает от него да, нужных подпитки какой-то, да, эмоциональные. И, соответственно, используются самые разные методы в зависимости да, от того, что человек преобладает, да, и релаксация в некоторых случаях она помогает, в некоторых, да, не очень а, работа с когнитивными искажениями, вот это, да, когнитивная реструктуризация и тренировка, да, способности терпеть неопределенность и тренировка способности вообще терпеть тревогу и для того, чтобы человек понял, что, ну, например, да, вот который считает, что если я тревожусь, значит это очень плохо, да, что ничего здесь страшного нет с когнитивным искажением в стиле того, что я обязательно должен там делать все на отлично, иначе произойдет катастрофа, да, или я обязательно должен там получить высшую оценку или меня даже обязательно должны похвалить, если меня не похвалили, значит это очень плохо и так далее. Ну и осознанности, да, то есть сосредоточенности не на будущих каких-то потенциальных опасностях, а на сиюминутном моменте, да, то есть ну различные методы они. И могут использоваться и достаточно эффективно на самом деле в лечении ггенизованной тревоги фармакотерапия да, какой же препаратов очень много какой препарат выбрать да тут нужно взвешивать в общем достаточно большое количество факторов ну, и в плане эффективности переносимости но самое главное да, что если мы посмотрим есть очень много в аптеках лекарств которые помогают при тревоге. Но э, по большому счету мы их все можем разделить, как мы говорили уже на лекциях про, в целом про тревожное расстройство, на две большие группы. Да, на те, которые действуют на м, тревогу здесь сейчас, окупирующие да, тревогу препараты. И препараты, которые могут при однократном приеме вообще никак не влиять на тревогу. Да, но их длительный прием направлены на лечение тревожных расстройств, но он действует на патогенез. Здесь это, эти препараты, снимающие симптомы, тревог, тревогу как симптом, а это препараты, которые в большей степени э, действуют на патогенез тревоги. Да, то есть их курсовой прием э, направлен на становление ремиссии. Да, соответственно, вот из, среди первых препаратов есть да, препараты с каким-то непонятным или мягким механизмом, да, там всякие гомеопатические препараты в аптеках много продаются, да, вполне ну, серьезных да, препаратов с достаточно выраженным противотревожным да, действием. Бензозепиновые транквилизаторы, туда, конечно, относятся, да, как, это одни из наиболее эффективных тоже препаратов. На этом, в этом плане. Ну и а среди препаратов для лечения тревожных расстройств в первую очередь к ним относятся серотонинергические лекарства, антидепрессанты, селективные серотонинергические антидепрессанты, ну и буспирон, да как препарат, ну, единственный своей группы, и антиконвульсанты, в, опять же, пригобалин один да, из препаратов, который очень тоже в настоящее время рассматривается как препарат первой линии лечения генерализованной тревоги. Соответственно, если посмотрим рекомендации Всемирной Федерации общей биологической терапии, СУЗС первая линия, также и препараты двойного, антидепрессанты двойного действия, селективные ингибиторы обратно серотонина, норадреналина тоже рассматриваются как препараты двойного действия. Хотя, конечно, клинически ну, не, 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 я так лишь не очень уверен, да, что это препараты стоит использовать именно как первая линия. К первой линии также относятся пригабалин, квитиопин, ко второй линии гидроксизин, аторакс и бензодиазепиновые транквилизаторы. То есть в целом, да, вот эти препараты, которые как раз относятся к транквилизаторам, да, гидроксизин тоже относится относит к дневным часто транквилизаторам. как же работают лекарства? Суть в том, что тревога, страх, она связана с гиперактивацией амигдалы. Да, и связанным с, с, с ними центром, в том числе, вегетативная регуляция. И опять же, здесь много нейротрансмиттеров, которые участвуют в, в формировании ну, тревоги, страха. Да? И сертонинергический, и гамк, и глутамат, и многие другие. Ну и второй, второй аспект патогенеза это как раз вот связано с беспокойством, навязчивостью, с беспокойством как вот одно из проявлений генетично-тревожного расстройства. Тут уже вовлечена вовлечен больше структуры мозга и таламус, и кора. И здесь тоже, опять же, немножко другие нейротрансмиттеры, но сиротанергетический и гамк система, они являются одними из ведущих. Uh, eh, по поводу того, как действует гамк, понятно, что это ведущий тормозный, по сути, успокаивающий да, нейротрансмиттер в э, нервной системе. Да, вот включился вставочный нейрон, и, соответственно, возбуждение, чрезмерная тревога, она купирована. Соответственно, много препаратов, э, которые действуют на... -рецепторы, это которые являются аллостерическими модуляторами. Это бензодизепин и алкоголь, и, и борбитураты, и алкоголь, ну и, конечно, бензодизепин, который очень широко используется во всем мире. У них много позитивных эффектов, особенно для использования их в краткосрочной, для купирования тревожных реакций, купирования психомоторного возбуждения, связанного с тревогой, да? а, в том числе в общей медицине, как при медикации, там, например. Да? неанксилитический эффект, снотворный эффект, многие из них имеют противосудорожный, миролоксирующий, да, например, может при, полезно при, перед вмешательствами медицинскими делать. Ну и, соответственно, сейчас достаточно много а, бензозепинов есть, уже да, да, давно, но их, конечно, использование ограничено тем, что они все входят в список психотропных наркотических препаратов, контролируемый список 3. Единственный препарат, который там не был, это феназепам, но с марта следующего года он тоже там точнее, он оказал, должен оказаться в списке 4, так же, как и да, в, 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 в списке предмета количественного учета. Хорошо или нет, использовать эти лекарства. Ну, по, моим, по моим ощущениям, конечно, не очень хорошо. Например, ну, достаточно много пациентов, если они когда-то попробовали какие-то, что фензипам что вот ал Алпразолам, то это становится их таким убежищем, да, избегающим поведением Он принял, ему сразу же спокойнее, да, он лучше себя чувствует, и не, не надо ничего делать для того, чтобы как-то менять свое состояние, менять отношения. Да? Кончилось действие сразу снова, да, нужно принимать. Нет, вчера вечером да, был пациент, который с тревога тревогой, который одной из дорогой клиник в Петербурге, э вот назначили э, 2 миллиграмма он сейчас принимает в день, и ну, когда мы с ним начали говорить, что вообще 6 месяцев уже, да, что вообще не очень хорошо принимается так так долго. Пациент говорит, а я не хочу от него отказываться, мне без него, я пробовал, я отказался, ну, какой-то пропустил таблетку, мне стало очень плохо, я помню, как мне было плохо до этого, я не хочу отказываться, зачем мне хорошо с ним. вот. Три раза в день, да, соответственно, принимает. Uh, но бензозепины, конечно, противоположное, да, их обратная сторона их позитивного действия множество негативных. И мышечная слабость у пожилых людей с лицей дыхательной недостаточностью, гиперседация, почему, собственно, нельзя водить uh, да, автомобиль, принимая бензозепины, и нарушение памяти, и возможно, парадоксальное возбуждение, при, особенно у зависимых людей и депрессогенные при длительном приеме эффекты, и рост толерантности, и зависимости, и смертельные передозировки. Пожилые люди очень чувствительны да, к эффектам бензозепинов, и когнитивные нарушения у них выражены, и моторные нарушения выражены при беременности, нельзя использовать. Да, вот при сочетании разных препаратов, действующих на гамм рецепторы там, феназепам, какой-нибудь плюс алкоголь, плюс барбитурат это может легко привести к смертельным передозировкам. Ну и, соответственно, зависимости, да, вот типа того, которым, пациента, который я упомянул, да, уже формируется зависимость с терапевтическими дозами, он, он, лечит свое расстройство, да, он не повышает дозировки, но есть и люди на этом же образовании да, сейчас много молодежи начинают употреблять именно с токсикоманическими целями, то есть хотя изначально тоже звучит как извините да у меня вот такие сложные жизненные обстоятельства там какие-то были там меня бросила девушка и я поэтому стал принимать чтобы мне было очень больно ну одна табличка вторая потом уже дальше горстями а дальше еще алкоголем запивать для того чтобы ну как молодежь говорит, упороться, да чтобы получить какой-то токсикоманический эффект в общем сложно с, с ними работать поэтому конечно не зря они в, находятся в контролируемых списках ну и вот, конечно, попадание туда Финзепама облегчит нам, усложнит работу, конечно, все психиатрические службы, всей медицины. Но, наверное, это как бы резонное, резонное, решение. И то, что раньше он туда не попал, это связано с тем, что это просто советские военные препараты, которым никто не знал в мире. Оптимально, конечно, для лечения тревожных расстройств, но это не пара недель да, терапии бензозепинами. Иначе может риск формирования зависимости. Если же мы посмотрим более подробно на алгоритмы терапии генерализованного тревожного расстройства, то, опять же, первая линия, как мы с вами сказали, это антидепрессанты, серотонинергические антидепрессанты или пригабалин. Длительность монотерапии 4-6 недель. Опять же, не очень быстро они начинают действовать, не очень быстро разворачивается полный терапевтический эффект. Если не происходит этого, да, опять же, антидепрессанты меняем на пригабалин, может быть, присоединяем на какое-то время, на 2-4 недели бензозепины, не как вот мостик на входе, да, именно как добавка для того, чтобы выйти в какую-то ремиссию, помочь да, пациенту, либо сочетание, на самом деле, антидепрессанта и пригабалина повышение доз еще, да? Антидепрессанты, как мы уже много раз говорили, да, препараты не совсем точно называются, не совсем правильно, потому что не все депрессии можно лечить, биполярной депрессии нельзя лечить антидепрессантами, а вот как раз тревожное расстройство лечится серотонинергическими антидепрессантами очень хорошо. Uh, почему? Потому что эта система, а нет, серотонина, серотонин, серотонин на различается за негативный эффект, да, систему поведенческой ингибиции, как нейробиологи говорят, за весь набор вот плохих негативных эмоций, да, и и сниженное настроение, и э, сниженная самооценка, и страх, тревога, и вегетативные проявления, и раздражительность, и желание побыть одному, и контроль импульсов, это все сердце э, процессы. Почему, собственно говоря, что депрессия, что с негативным эффектом, преобладающим негативным эффектом, что э, тревожные расстройства хорошо лечат препараты из этой группы. Соответственно, являются они первым, препаратом первого выбора, анксиолитический эффект развивается постепенно, начинает появляться где-то через две недели. Это надо сразу предупреждать пациентов, да, потому что много в интернете да, негативных отзывов у пациентов, которых тревожными расстройств, тревожные расстройства пытались лечить антидепрессантами, начал принимать в первые дни, наоборот, тревога может усилиться. Не почувствовал эффекта, стал ругать эти препараты, стал воспринимать их как какое-то зло, да, а вот другое дело транквилизаторы. Принял, сразу же хорошо. Вот что лечит, да, как начинают воспринимать люди. Вот, поэтому э, часто используются, вот если мы говорим про антидепрессанты, да, то есть, может быть, первое время у... -у, -у... Селение тревоги, потом зато как бы, стабильное состояние, и после отмены оно стабильно человек выводит, выходит в ремиссии на сертоэнергических интересах. На бензозепинах, наоборот, быстрый эффект сразу же противотревожен, но потом все становится хуже, растет толерантность, и после отмены, наоборот, состояние может быть еще хуже. Соответственно, поэтому транквилизаторы на короткое время используются да, в первые две недели, и вот именно для того, чтобы компенсировать возможный подъем тревоги в начале лечения сертони препаратами. СИУЗС имеет ряд побочных эффектов, мы их разбирали, когда говорили про антидепрессанты желудочно-кишечные со стороны центральной нервной системы, в том числе экстрапирамидная симптоматика, да, вот усиление тревоги. При длительном приеме многие пациенты да, жалуются на сексуальные побочные эффекты в виде снижения либида, задержка наступление оргазма и прочее прочее существенно может быть это так называемая с индуцированная апатия когда человек вот препараты убирают тревогу и делают человека таким эмоционально более ровным, более сглаженным, да, это иногда воспринимается болезненно. Хотя на самом деле во многих случаях это м, как раз и есть терапевтический эффект, да? Человек с тревожным, например, расстройством, он привык все время мотивировать себя каким-то негативом, да, вот гнать себя каким-то кнутом, да, что я плохой, как... или там не я плохой даже изначально, да, что, возможно, какие-то невзгоды произойдут, какие-то беды случатся в жизни, и вот я должен их избежать, я должен больше и больше работать для того, чтобы их избежать. И когда действует антидепрессанты, человек этот кнут, вот эта негативная мотивация, она уходит, он расслабляется. И часто это люди воспринимают болезненно, хотя это как раз и есть правильный эффект. Просто позитивную эту мотивацию таблетка не даст. Нужно немножко переучиться, привыкнуть, научиться жить и делать что-то да, в жизни, не убегая от каких-то возможных опасностей, а идя за какой-то самореализацией. Делаю что-то для удовольствия, для того, чтобы реализовать себя в жизни, а не для того, чтобы избежать какой-то возможной три... ну, каких-то причин страха страхов, тревоги и прочее, прочее. Поэтому это такая часто возникающая жалоба у пациентов, принимающих серотонинергические антидепрессанты, но не всегда она действительно требует коррекции, например, там, отмена терапии. Может быть, это наоборот позитивный эффект. И вот если так посмотреть на как раз две основные группы, которые изначально да, традиционно использовали лечение генерализованной тревоги, бензозепины и антидепрессанты, то у каждого из них есть, соответственно, свои минусы. Да? Бензопин и быстрый эффект — это плюс. Хорошо на соматическую и психическую тревогу, быстрое достижение максимума эффекта, но эффект нестойкий, низкая эффективность при длительном лечении за счет привыкания. Антидепрессанты, отставленный эффект, с, с, меньше менее выражена соматическую тревогу, более медленное достижение максимума эффекта, устой, зато устойчивый эффект и высокая эффективность. Да, э, если мы посмотрим на некоторые другие препараты, например, кветиапин, неплохой препарат, который а, из, относится к антипсихотикам, который неплохо действует на тревогу, но у него все-таки очень седативное действие. И не все пациенты толерантны к нему Их тяжесть в голове, сложность там, думать, работать и прочее, прочее. А, причем она проявляется и седативной действия уже в маленьких дозах. Да, там не, не, она не настолько нарастает пропорционально в, при повышении доз, а в маленьких дозах уже достаточно выражены и пугается. Да, опять же, людей не дают на, как бы, принимать. Атаракс, гитроксизин, тоже, с одной стороны, вроде неплохой препарат, но в, как гистаминоблокатор он тоже дает больше не эмоциональное успокоение, а больше седацию, тяжесть в. В том числе мыслительных процессов да, повышение веса тела с да, вот при длительном приеме что не очень хорошо ну и получается что есть такой препарат пригабалин который ну, достаточно универсальный достаточно безопасен во многих случаях и является неплохим средством выбора потому что он действует на многие на все спектры э э тревожных проявлений и в принципе достаточно достаточно неплохо переносится да, и, и еще важный момент что он э, достаточно ну, у него как раз среднее наступление эффекта да? считается что если антидепрессанты это где-то со второй недели здесь через две недели после начала приема то при уже через неделю. В связи с этим, опять же, если мы посмотрим алгоритм клинической рекомендации по лечению тревожного расстройства, то при, при, габалин во всем мире рассматривается как препарат первого линии э, терапии, эффект уже на первой неделе. И если посмотреть, например, америка, э, английские э, рекомендации, то там, э, во-первых, от, отмечается, что... Э, пригабалин можно наращивать в дозировке, да, в отличие от антидепрессантов, которые как раз там средние терапевтические дозировки действуют хорошо на генерализованную тревогу, а более высокие, они хороши для абсивно компульсивного расстройства, но будут привод... не, не улучшат э, да, именно эффекта на тревогу, а скорее дадут ту же самую СИЗС-индуцированную апатию. А вот с пригабалин как раз там есть дозозависимый эффект, Поэтому повышать э, дозировку можно, если вначале не было эффекта. И при этом, если опять же не было эффективности э, изначально у, например, антидепрессантов, то можно к нему присоединить. Можно либо поменять, либо присоединить к нему э, при габарине. То есть они вполне могут работать в паре и работают достаточно неплохо в, в, в сочетании. Да? Он опять же уменьшает тревогу на, уменьшает тревогу, улучшает сон и уменьшает э, нейропатическую боль. Uh, да, за счет механизма своего действия, да одним из таких ведущих показаний, ну, кроме эпилепсии, эпилепсия, да, первое показание для использования он анти антиконвульсант, является еще нейропатическая боль, фибромиалгия и прочее-прочее. Но также он неплохо еще влияет и на сон, на причем на волновой сон. Соответственно, вот в заключение, да, э, есть много доказательств того, что пригабалин эффективен для лечения генерализованного тревожного расстройства и для профилактической терапии, профилактики рецидивов. Используется он для лечения нейропатической боли и да, разного генеза, и фибромиологии. Он, в отличие от многих снотворных, которые, по сути дела, у, у облегчают засыпание, но фиксируют человека бензозепины тем же на м, этапе такого поверхностного сна. Не, не, не глубоких фаз сна, да, и поэтому после использования бензозепинов часто люди жалуются, что, да, что я вроде стал, стать спал, стал спать больше, но при этом чувства отдыха нету и наоборот, может быть, большая разбитость, тяжесть в голове и очень удовлетворенность от сна меньше. А вот как раз прегабалин один из немногих препаратов, в котором есть доказанный эффект в отношении углубления медленно-волнового сна, и поэтому улучшение ст структур да, э, сна. Ну, и он хорошо исследован, поскольку, опять же, исследовался много на, на, на неропатической боли, на постгерпетической, диабетической полинеропатии по и прочее, прочее. Поэтому много исследовался у пожилых пациентов. И как раз он имеет у них существенное преимущество, потому что не влияет на когнитивные функции, так как влияют бензозепины, отсутствует миролоксирующее действие, да, поэтому нет опасности падения или там, дыхательной недостаточности. Ну и также не подвергается метаболизму в печени и меньше, опять же, лекарственных взаимодействий у тех пациентов, которые принимают как бы, другую сопутствующую терапию. Поэтому очень неплохой востребованный препарат. Да, сейчас, конечно, есть проблемы с злоупотреблением им, и если посмотреть смотреть в опять же в тех сайтах где которые продают наркотики, там есть отдельный раздел аптека, где продаются как раз бензозепины. Во многом они, конечно, используются для того, чтобы снять 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 ломку снять тревожное состояние, которое возникает на фоне передозировок, до да, психостимуляторов, психодислептиков. И пригабалина. Опять же, тоже изначально начали его употреблять люди с э, опиоидной наркоманией да, для снятия абстиненции, для снятия ломки, снять уменьшение симптомов тревоги в этих состояниях, улучшения сна. Но, конечно, и транквилизаторы, и пригабалин, часть людей начинает в больших дозах, существенно превышающие терапевтические, использовать и в эфиризирующих целях. Но если у человека нет симптомов зависимости, вряд он это будет делать там какие-то ну, психоактивные свойства этих пригабалина они очень небольшие поэтому вряд ли он будет использовать для для таких целей спасибо большое за внимание Здравствуйте, уважаемые коллеги. К трансляции присоединяется модератор. Онлайн-семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования. Чтобы получить два балла программы НМО, вам нужно участвовать в трансляции не менее 90 минут. Второе условие – закрыть не менее двух баннеров контроль присутствия и дать правильные ответы минимум на 4 из 5 вопросов тестового задания, которое построено на основе материалов лекции Ивана Андреевича. Сейчас инженер нашей трансляции откроет доступ к системе тестирования. Вы можете перейти к тесту сразу, нажав на зеленую кнопку на экранном баннере, либо сделать это позднее после завершения ответов на вопросы. В течение часа тест будет доступен в разделе Тесты и опросы ваших личных кабинетов. Напомню, что к каждому вопрос, вопросу по теме семинара вам нужно выбрать один вариант наиболее полного или наиболее правильного ответа. И после выбора ответов ко всем вопросам у вас станет активной подсветится кнопка «Готово». Ее нужно нажать, чтобы отправить результаты тестирования. Я желаю вам успешного. Прохождения тестового контроля. И прежде чем перейти к, к тем вопросам, которые вы прислали Ивану Андреевичу в чате, хочу обратить ваше внимание, что только что в программе. А, появился в программе трансляции появился новый семинар. Он запланирован 25 ноября и он будет необычным по своей структуре. Он будет целиком посвящен ответам на вопросы, вопросы, которые вы можете прислать в этот раз заранее по электронной почте. Адрес ее указан в аннотации к семинару. Итак, 25 ноября будет Семинар экспертов в области а, диагностики и лечения заболеваний надпочечников а, Дмитрия Германовича Бельцевича и Елисея Александровича Федорова. А, они ответят на все ваши вопросы. А, а теперь переходим к, к вопросам, которые вы прислали Ивану Андреевичу. Пишет Раиса Альбертовна. Уважаемый Иван Андреевич, я терапевт, но с большим интересом слушаю ваши лекции. Прошу дать совет по клинической ситуации. Женщина 60 лет в течение полутора лет получает эсцеталопрам 10 мг по поводу депрессии. Динамика положительная, но не удается наладить сон. Трудности с засыпанием, бесконечное прокручивание мыслей в голове, мелатонин и седативные сборы эффекта не дают. Донормил длительно принимать нельзя. Бензодиазепины переносятся плохо. Как ей помочь? Может поменять антидепрессант? То, то на какой? Как максимально долго можно принимать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина? И как правильно их отменять? Одномоментно или постепенно? Спасибо за вопрос. Значит, ситуация следующая, что если мы говорим про фармакологическое лечение, тут здесь достаточно много разных опций. Действительно, во-первых, можно поменять э, антидепрессант на препарат с седативным эффектом. Э, вот ниже задавали вопрос про флоуксамин. Например, да, это, это тоже препарат с хорошей, достаточно безопасной селективной ингибитор захват захвата серотонина э, с снотворным седативным действием, да, непосредственно возникает за счет влияния на сигма-рецепторы. Поэтому он как раз э, сам по себе налаживает э, сон, достаточно быстро вечерний его прием поэтому можно поменять на эстетолопрам другой хороший способ который во всем мире широко используется это присоединение к эстетолопрам трозадона Разадон или тритика, а, опять же в небольших дозах, 50-100 миллиграмм, а, соответственно, они в при, вместе с, с, с талопрамом будут иметь общее синергетическое действие на симптомы тревоги и депрессии. А, а вот побочный эффект э, тритика, 3 тритика будет купировать. В том числе он будет давать возможность э, наладить, на, наладить сон. Если, на самом деле, донормил можно, хоть и там в инструкции написано, что короткое время применяется, но это гист, гистаминоблокатор, к нему не возникает привыкания. Поэтому, в принципе, его часто люди используют достаточно долго, в отличие от как раз э, бензозепинов. Это, в принципе, как бы более-менее работает. Э, неплохо еще из хороших сна относительно безопасных, используется квитиапин в маленьких дозах, но он, конечно, достаточно выраженный седатин, там, в районе 25 миллиграмм. Вот, это как бы фармакологический аспект. А второй аспект, это, конечно, что э, часто бессонница, она вот та самая психофизиологическая бессонница, она связана именно со страхом бессонницы, с грипнофобией. И иногда приходится работать с пациентами, которых ну, уже никакие лекарства не берут, потому что вот эта сама мысль о том, что я сейчас не усну, сейчас, сейчас мне будет плохо, я завтра буду себя плохо чувствовать, она настолько выдергивает из, сна, из сна, что ну, никакие лошадиные дозы, никаких снотворных на них не действуют. Ну а когда они их начинают принимать, там действительно со временем начинает расти, расти толерантность. Поэтому очень хорошо для таких случаев работает все-таки психотерапия. Психотерапия, когнитивно поведенческая психотерапия есть одно, одно направление называется терапия принятия ответственности там идея в том что принять немножко то что я не могу заснуть не не катастрофизируют эту ситуацию научиться с этим как бы не паниковать в этом момент потому что именно паника связанная в таких случаях с тем что я не могу заснуть начинает мешать есть книжки да как как избавиться от бессонницы за пять недель что такое да вот по поводу этой ну они действительно профессиональные книги книги описывающие эту ситуацию по поводу в конце этот вопрос как как максимально долго можно принимать СЮСС. Как раз антидепрессанты достаточно полезны для мозга, они плохого действия к привыканию к ним не возникают, никаких плохих действий не, не, не вызывают, в отличие от бензозепийных, в отличие от не, ну, от части от антипсихотиков. Поэтому их принимать можно достаточно долго, и более того, профилактическая дозировка такая же, как и купирующая терапия. А вот отменять их лучше, многие, многие препараты все-таки лучше титровать вниз, просто сам уход с рецепторов могут выдавать, давать некоторые синдром отмены, за исключением флоксетина, который длительный период полуведения его не нужно титровать, а вот там, например, пароксетин, венлофоксин имеет очень выраженный синдром отмены, поэтому там всегда очень-очень медленно, очень осторожно титруем. Спасибо. Марина Дмитриевна просит порекомендовать препараты для лечения тревожных расстройств у детей, в том числе дошкольного возраста. Ох, э, детей дошкольного возраста тоже, конечно, оптимально э, не использовать препараты, да, обходиться какими то поведенческими методами лечения э, тревоги. Но если уже про это заходит речь, конечно, используют опять же и там фенибут, я знаю, да, многие неврологи не знаю, насколько он эффективен в таких случаях. И некоторые антигистаминные препараты тот же ракс, да. Но если мы говорим про действительно достаточно выраженную персистирующую да, тревогу, то для, в этих случаях, конечно, неплохо использовать анти серотонинергические антидепрессанты. И, например, сертралин, он разрешен с 6 лет в детском возрасте, но правда там официальное показание псивно-компульсивное расстройство. В общем, с детьми все сложно, да. Желательно использовать фар фар фармакотерапию, когда вс исчерпаны все другие поведенческие псих терапевтические методики спасибо пишет антон вадимович пациент лечился с гтр в нескольких больницах петербурга получал терапию всем всеми СИОЗС, кроме фловоксамина, без улучшения мной был назначен фловоксамин в дозе 50 миллиграммов в сутки в настоящее время больше года находится в ремиссии вернулся к труду как вы считаете неправильно установлен диагноз или фловоксамин недостаточно изучен в лечении гтр так как FDA инструкция к препарату не рекомендует его при этом состоянии. Но то, что, Заш, почему тот или иной препарат имеет ту или иное показание регистрации, оно зависит от многих внешних условий, всяких странностей. Например, Сертралин везде рекомендуется, как первая линия, являясь одним из ну, самых частых препаратов, которые используются для лечения ГТР, но его в инструкции нет, просто потому что у компании Pfizer в свое время был другой препарат, который они, ну, пригабалин, да, который они позиционировали как для лечения ГТР, в перв, как первая линия, да, а сертолин они не стали для этого регистрировать, хотя этот препарат определенно имеет в все преимущества в работе. флоксамин то же самое, да, это, опять же, маркетинговая политика в США, да, ну, не продвигали его для лечения генерализованного тревожного расстройства, хотя, конечно, по механизму действия он очень неплох, при этом у него есть, в отличие от других СИУЗС, э два э э механизма, собственно, серотонинергический, вот этот основной патогенетическое действие, ну, и второе действие, быстрое э действие на тревогу и бессонницу за счет действия на сигма-рецепторы, поэтому э 50 Миллиграмм – это достаточно маленькая дозировка, да? но, ну, в принципе, да, многим людям она достаточна. И, соответственно, опять же убивает двух зайцев, и, и, и тревогу лечит, и сон дает. Поэтому вполне, вполне нормальное, адекватное лечение. Спасибо, Александр Сергеевич, спрашивает, чем понятие длительное отличается от постоянного при определении тревожного расстройства? Длительное имеется в виду, что длительно персистируют симптомы, а постоянно в том смысле, что они, ну то есть большая часть дня, большую часть дней на протяжении этого времени, да, то есть изо дня в день человек волнуется о каких-то тревожащих его событиях. А длительное, да, это вот те критерии длительности в несколько месяцев по современной классификации, о которой мы с вами говорили. Спасибо. Дмитрий Олегович спрашивает, возможно ли говорить о наличии неспецифических биомаркеров генерализованного тревожного расстройства? Э, нет, ни для одного психического расстройства э, каких ну, био, специфических биомаркеров э, не обнаружено, те, которые можно было бы использовать для, э, для диагностики этих состояниях. А в отношении неспецифических, да, понятно, что очень много неспецифических и, и, и там какие соматических изменений, биохимических изменений, физикальных изменений, которые возникают при ну, любых, да, тревожных расстройствах, любых стрессов и так далее. Но это только там вариабельность сердечного пульса, я забыл, как, как это называется, да, это там, например, рассматривается, да, но, но э но это, какую диагностическую информацию это имеет, если это не специфическое проявление? Спасибо. Юлия Юрьевна пишет. Иван Андреевич, я лор-врач, но у меня есть пациенты, которые принимают за лофт после психотравмы длительно, но тревожное расстройство остается. Можно ли добавить анксиолитик, пригабалин? и еще один пациент получает вальдоксан после психотравмы, нарушения сна, но тревожность остается. Можно ли в этом случае также добавить лирику? Uh, ну, если исчерпанные, да, то есть, во-первых, если дозировки залов-то uh, ну, адекватные, если они не слишком маленькие, то действительно можно думать, что, что, что сделать еще, что добавить. Да? Как минимум, возможно, что это психотерапия, особенно если это какая-то ну, э звучащая до настоящего момента да, психотравма. М можно использовать и пригоболин, хотя он, конечно, ну, формально зарегистрирован именно для генерализованного тревожного расстройства, а не для расстройств, непосредственно связанных со стрессом. Хотя, конечно, опять же, универсально помогают и для посттравматического стрессового расстройства и для там, расстройства адаптации, и, и, там, ген, ну, пролонгированной реакции утраты там, и прочее. А, по поводу вальдоксана, э, к сожалению, вальдоксан э, ну, как противотревожный препарат не очень хороший, да, поэтому я бы как минимум э, поменял бы его либо на пригабалин, либо на какой-то СЮЗС э, типа Zoloft. Спасибо. Енина Вячеславовна повторяет уже вопрос, который вы освещали, касающийся а, терапии детей. А, Павел Юрьевич а, пишет два пика, 16-20 лет и после 40. Ну, видимо. Угу, да, да манифестация, тер, но... Может ли эта корреляция быть связана с личностной подоплекой, кризисы и возрастные? Вызовы? Да, совершенно верно. Скорее, скорее, скорее всего так и так и есть. Но, наверное, это с каким-то биологи, ну, с определенными биологическими факторами, тоже генетической предрасположенностью. Я, я то конечно, усматриваю, да, опять же, работаю непосредственно с пациентами, да, конечно, усматриваю личностные именно особенности, да, вот то, что я попытался рассказать, да, о том, что э, вот этот ранний пик это просто человек не научился справляться, да, с каким-либо, ну, со многими жизненными ситуациями в пик после 40, ну, опять же, там тоже есть, конечно, люди просто, которые не впервые обратились за помощью, да, может быть, у них всю жизнь были проблемы, но они могли обратиться только поздно, да, а есть вот, которые остро заболели, там достаточно очевидно, да, что человек очень неплохо справляется со всеми жизненными ситуациями, но столкнувшись с каким-то своим эмоциональным состоянием, которое вот он по определению пытается там рубить с плеча, да, ну, быстро там Тревога, быстро уйди от меня А она не уходит да, И чем больше он ее не угонит, тем больше она возвращается Вот это создает ощущение потери контроля И вызывает у него ну, Серьезные эмоциональные переживания И как раз вот они очень Обычно такие мотивированные на лечение Очень просящие срочное принять И прочее, прочее ну и далее Сергей Раисович тоже развивает эту тему, спрашивая: имеются ли различия в клинической картине генерализованного тревожного расстройства, в зависимости от возраста манифестации. Да, ну я попытался да, это описать. На самом деле исследований не очень много, это такие больше, больше такие таких, таких масштабных исследований, которые бы как-то это стандартизированным образом изучали. Это больше клинические наблюдения. И, ну, это не только мое, я в соответствующей литературе, да, подобные вещи читал. Спасибо. Виолетта Ивановна благодарит вас за лекции. Спрашивает, может ли ГТР развиваться вследствие употребления психоактивных веществ? И может ли потребление даже единожды являться неким триггером? Да, безусловно. И э, современные легкие наркотики, да, психостимуляторы, психодислептики. Э, опять же, я наверняка где-то это уже говорил в, на, на, в разного рода вебинарах, но э, ситуация э, следующая, что э, для соматических врачей, да, наверное, эти легкие наркотики они достаточно, кажутся достаточно безопасно, да, потому что по сравнению с алкоголем потому что э, все-таки алкоголь это достаточно токсичный препарат, который употребляется в больших м количествах и влияет на весь организм. А вот э, психостимуляторы, психодислептики они употребляются в мизерных количествах и вроде как не, не сильно вредят общему соматическому здоровью, зато психическому здоровью, ну, на мой взгляд, очень серьезно в. Потому что очень много людей с самыми различными психическими расстройствами, от той же самой генерализованной тревоги, панических атак, до реализации, до персонализации, шизофрении, биполярного расстройства, у которых именно употребление этих веществ было триггером. Да? И это очень хорошо доказано, что существенно повышает риск развития всех этих заболеваний употребления психоактивных веществ. Спасибо. Александр Сергеевич спрашивает, могут ли тревожные расстройства быть причиной суицидов? Ну да, да, могут быть и любые эмоциональные расстройства, ну, суициды, формальной точки зрения, суициды может совершать вроде как да, и здоровый человек в каких-то жизненных обстоятельствах определенных, да, например, при наличии э, какой-то соматической болезни. Но вот э, тревожные расстройства, да, тоже могут повышать риск самоубийств и есть вариант, да, при такой тяжелой тревоге, как когда человек уже воспринимает состояние будущее как совершенно ужасным, безвыходным там, да, с полным каких-то опасностей. Он может именно выбирать суицид как средство ухода от этих ужасов. И иногда бывает и расширенные самоубийства, когда человек, опять же, убежденный, что вот все э, э, семья столкнется с какими-то существенными проблемами, незгодами, обнищаниями и прочее, прочее уже не, 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 вытерпливает и убивает не только себя, да, но и сначала убивает своих близких, например, своих детей. Да? Это иногда становится привлекает внимание средств массовой информации. Спасибо. Нина Вячеславовна пишет. Будучи неврологом, часто на приеме имею дело с тревожными состояниями, провожу тестирование на, по шкалам далеко. Не все пациенты соглашаются идти к психотерапевту или психиатру. Как поступать мне, неврологу? Могу ли в легких случаях самостоятельно назначать терапию? И где грань не назначения, а строгого направления к специалисту? И а, данный вопрос задает несколько наших угу. участников. А, да, я немножко упустил да, этот момент. В лекции проговорю сейчас. Значит, сложно, потому что с точки зрения м, юридического, юридического, да, врачи не психиатры, вроде как не должны ставить э, диагнозы психических расстройств согласно законам психиатрической помощи просто потому что диагноз психических расстройств может нести за собой определенные социальные последствия например при рассмотрении каких-то дел связанных например с делением там детей там в случае развода да, или еще каких-то вещей да как любой ну, диагноз поэтому э, врачи не психиатры э, диагноз психического расстройства вроде как формально не должны ставить но могут поставить синдромальный диагноз да, тревожный синдром да? Треуморфобический синдром. А и в потенциальном могут в связи с этим на назначить и какую-то терапию да, для лечения этих рас расстройств, точно так же, как они делают во всем мире. Однако тут вопрос упирается, в, если мы работаем в государственной службе, насколько это соответствует стандартам помощи, да, то, что государство гарантирует в оплату. Поэтому в Минздраве есть две позиции, да, точнее, вокруг, вокруг Минздрава в отношении психических расстройств. Главный психиатр России, Зураб Ильич Кикелиза, он, насколько я понимаю, он противник того, чтобы давать, расширять возможности врачей, не психиатров, диагностировать легкие тревожные депрессивные расстройства и лечить их. он, он считает, что все должно идти в государственную психиатрическую службу. А, например, Георгий Петрович Костюк, представитель психиатров в общественной палате, он, наоборот, главный психиатр Москвы, да, он за а, реализацию европейского плана, ну, европейского плана развития службы психической здоровья. Да? И там как раз где говорится о том, что первичная помощь должна быть с врачами общей практики, врачами не, не, ну, не психиатрами. Оказывается, просто потому что очень много во-первых, таких пациентов, с одной стороны, с другой стороны, действительно не все доходят до психиатра, просто в силу стигматизации, в силу сложности доступа и так далее. А как раз и, и, ну, и, в заключение могу сказать, то есть сложная двойственная ситуация. Я считаю, что можете. А, и, кстати, вот пробная терапия, она может в последующем мотивировать человеку идти к психиатрам. Да? То есть он попробовал, понял, что лекарство действует хорошо, и дальше он уже будет обращаться за психиатрической помощью к специалисту без всяких проблем. А, где грань, кого отправлять? Понятно, что суицидный риск, подозрение на биполярное расстройство, подозрение на психозы, подростковый возраст, детский возраст. Вот, это все-таки достаточно сложные вещи. Да? которые, возможно, требуют больше влияния, да, участия психиатра, да, в необходимость психотерапии, да, вот когда мы видим какие-то именно проблемы, ну, типа того, что мы вначале мы говорили, отвечая на вопросы, когда страх бессонница и, и который именно на психологическом уровне, который лекарствами сложно вылечить, а, а неплохо вылечить психотерапией. Опять же, если идти лекарствами, только, то это можно упереться в тупик. В этих случаях, да, в психиатрическую службу все-таки будет разумнее отправлять. Спасибо. Дарья Дмитриевна благодарит вас за лекции. А, пишет Я офтальмолог. Сегодня на приеме был молодой человек с ГТР, который проходил медико-социальную экспертизу а, по направлению невролога. В анамнезе с 19 лет наблюдается у психиатра с этим диагнозом. С его слов получает второе высшее образование. В связи с этим возник вопрос, не является ли данный диагноз преградой для обучения в ВУЗе. Не является, конечно, потому что в, есть, согласно закону, психиатрической помощи, есть два вида э, помощи в рамках э, психоневрологических диспансеров э, государственных, да, государственной службы. Соответственно, человек может обращаться за лечебной консультативной помощью и как раз. Тревожные расстройства, легкие депрессивные расстройства, они подразумевают именно лечебную консультативную помощь, когда человек ходит э, к в диспансер, получает лечение, иногда даже бесплатно там да, что-то можно получить, наблюдается в неном в стационаре там, например, но он не состоит на так называемом диспансерном, не не состоит на диспансерном наблюдении. А вот люди с тяжелыми и хроническими психическими расстройствами, это сюда относится шизофрения. К сожалению, сюда относится биполярное расстройство, потому что в настоящее время, ну, потому что его раньше ставили только именно в биполяре первого типа, да, вот тяжелый маниакально-депрессивный психоз, то, что называется. А сейчас расширились диагностические критерии, но сам по себе диагноз биполярного расстройства обычно подразумевает по себе тоже диспансерное наблюдение. Вот только люди на диспансерном наблюдении, они могут иметь противопоказания для занятий деятельностью, связанной с повышенной опасностью, и в связи с этим Обучение в некоторых видах вузов, тоже не во всех, а, там вождение машины, владение оружием, быть депутатом, губернатором, судьей и прочее, прочее. Спасибо. Ну, Виктория Юрьевна задает вопрос, на который вы фактически дали уже ответ, да, по... А там может ли врач, да. не психиатр лечить генерализованное тревожное ну, расстройство. Да, мне кажется, что может во многом, потому что, видите, здесь э, м, вот этот даже вопрос коморбидности, да, депрессии, разных тревожных расстройств, он, он связан с тем, что на самом деле э, эти состояния достаточно близкие и по генетике, и по, 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 по патогенезу, и по сути дела лечится это, в принципе, достаточно близкими э, средствами, да, с, с какими-то ну, своими немножечко нюансами. Поэтому, в принципе, мне кажется, что врач не психиатр, да, ну, более-менее подготовленный, прослушивший, да, нек некоторые вебинары там, да, про лечение там, тревожных расстройств вполне может э лечить большую часть э пациентов вполне успешно и там нет -с -с необходимости даже как когда мы говорим про личностное расстройство. Да? Личностное расстройство вот э, в современном понимании может э, психопатии, да? поставить врач не психиатр, просто ориентируясь на, на функционирование человека, а вот какие-то э, нюансы самого типа личностного расстройства, да, действительно это более сложная задача психиатра, э, и здесь то же самое, да, вот в общем смысле как синдром может лечить врач тревожное расстройство, как врач не психиатр вполне успешно, это это практика всего мира. Спасибо, Иван Андреевич. Как всегда, очень много вопросов, и мы, к сожалению, за время трансляции, которое уже подошло, завершилось, не успеваем ответить на все. Ну, Можно на злобу дня, вот некоторые участники спрашивают о специфике, о возможности развития тревожных расстройств после перенесенного заболевания COVID. Угу. Ну и из этой же группы, какие препараты... Людям, имеющим тревожное расстройство и э, желающим пользоваться автомобилем, в том числе с, с целью, э, так скажем, ограничения да, социальных контактов, чтобы не пользоваться сейчас э, общественным транспортом. Э, какие препараты э, можно назначать автомобилистам? по поводу ковид, да, ну, я, честно говоря, не, специально не изучал эту тему, просто потому что все бросились ее изучать про психические расстройства ковид, много очень исследований, как, ну, пока они в виде каких-то больше опросов и разные там наблюдения, но вообще в практике уже много пациентов, после, у которых с первой манифестации с тревожным расстройством либо с ухудшением тревожного расстройства, э которые, ну, с, после ковид после тревога у них усилилась, поэтому думаю, что и там, и, и, имеют разные, причем патогенетические, и, псих, и как психотравмы, и как как какое-то все-таки, наверное, там мозговое страдание. Ну, есть, есть такое впечатление. А, по поводу вождения машины, э, знаете, тут все так достаточно сложно. Опять же, если даже взять тот же Sertralink компании, Pfizer, там, если я не ошибаюсь, в инструкции написано, что противопоказания, к, ну, в смысле, там, вводить как-то там с осторожностью и так далее, хотя препарат никак не влияет на внимание, на, на сложность управления транспортом, а компании просто перестраховываются. И поэтому, по большому счету, вообще все, все сертонергические препараты, ну, кроме флуоксамина, наверное, может быть, немножко пароксетина, да, они вполне, хорошо, вполне хорошо сочетаются с вождением машины, а вот с препарата как раз бензозепинового ряда, они не только могут, в, 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 собственно, вли, вли, влиять на внимание и нарушать, да, повышать риск каких-то да, происшествий, но еще и в случае такого происшествия при обнаружении в бензозепинов в моче могут, в, в, насколько я понимаю, да, ввести к неблагоприятным юридическим последствиям. Поэтому вот с ними, конечно, осторожнее. Иван Андреевич, спасибо большое. Mm -hmm. вот, уважаемые коллеги, следите. А, уже составляется программа а, семинаров Ивана Андреевича на следующий семестр. А, они скоро будут появляться в программе. Спасибо большое за до приглашение и за внимание. Да, до свидания.